Всем привет, это подкаст UWeb Design. Сегодня 20 июня 2016 года, выпуск номер 88. Сколько? 21.57 по челябинскому времени. Да, практически 10 часов по челябинску. И у нас, как обычно для вас, ты говоришь всем привет еще. А, всем привет, мы кстати. Мы, как всегда, без репетиции, но сегодня мы еще и не собраны. Как наша сборная России, прям по футболу. Так вот, у нас есть для вас, как обычно, несколько громких тем. Самый уродливый цвет в мире. Валидация форм без JavaScript. И нейронные сети простыми словами. Погнали. Знаешь что, короче, кроме того, что мы не собраны, у нас еще и зрители могут быть не собраны, и слушатели. Знаешь почему? Потому что они, возможно, не знают, что на uwebdesign.ru сейчас каждый раз перед подкастом появляется новый пост. Ух ты. И в котором можно спокойненько комментировать, оставлять свои темы, которые зрители и слушатели, опять же, хотят, чтобы мы рассмотрели практически в прямом эфире, но нет, в записи все-таки. Просто предлагают в комментариях. У нас уже там много чего предлагают, многие освоились, но вот для тех, кто не слышал, не видел. Да, я здесь демонстрирую прямо вам на экранах наши зрители, а слушатели, просто представьте себе наш сайт, лучший в мире. И там справа в сайдбаре всегда есть темы к ближайшему подкасту, вот там уже есть темы для 89-го выпуска, для будущего. Обязательно предлагайте их там в комментариях. Ну вот да. И мы обязательно в конце ролика этого мы рассмотрим старые темы, те, которые предлагали. Старое негативное слово. Последнее. The latest. Не last, а latest. Хорошо. Так вот. Первая тема из рубрики дизайн, из уже... Я вот не помню. Эту, возможно, нам тоже предлагали. Нам какую-то с тем Ника Бабича предлагали. Какую-то я сам просто сказал, да, мы вот эту будем рассматривать. Хорошо, хоть не из тем Ника Белика. Да, из его тем нам ничего не предлагают, потому что это ж не записать на подкасте, надо вставать, что-то делать, мутить. Так вот, мобильный UX-дизайн, ошибки пользователя. На самом деле я читал статью, так бывает, да, мы читаем статьи перед записью, и ни хрена как бы мобильного здесь нет, здесь про любой UX подойдет. Потому что ошибки юзер совершает в любом состоянии, даже алкогольного опьянения, не только на телефоне, но и на десктопе. То есть отлично подойдет нам всем. Конечно, я вообще не понимаю, при чем здесь мобайл UX-дизайн, может он просто там как-то к тренду примастился. Может быть, кстати, он просто посмотрел, какие заголовки котируются. Да, да, и вот возможно. Короче говоря, ошибки случаются как дерьмо. И они случаются в наших приложениях и в наших жизнях. И на самом деле дело даже не всегда там в пользователе, что он там неправильно что-то вел. Ты имеешь в виду, дело не в тебе, а дело во мне? Да, давай, да, останемся друзьями с дизайном. Да, дело иногда бывает и в наших приложениях и сайтах. И дело иногда бывает даже у интернет-провайдера нашего пользователя, который встал между нами и им. И любые из этих ошибок надо как-то проработать, подработать и показать пользователю, не оставить его сконфузенным. Не оставить его на обочине жизни, на обочине вашего приложения, а как бы укутать его в одеялко и дать какао горячее. Как полицейский американский? Как полицейский американский, именно. Так вот, что же такое ошибка? Ник Бабич начинает с фактуры. Ошибки бывают нескольких вариантов. Я, кстати, собственно, их все и перечислил, сам не зная того. Первое, приложение не очень поняло то, что ввел пользователь. Не очень поняло. Да, оно как бы вроде поняло, но не очень, что пользователь ввел. Второе, просто приложение сломалось, что-то пошло не так. Или пользователь делает недоступные операции. Ну, то есть там, я не знаю, он не администратор, а хочет выложить пост через, я не знаю, он знает... Точно, запрос. Да, он точно знает запрос, который надо отправить, на какую страницу, но если у него недостаточно прав, то ему вылетает ошибка и говорит, типа, чувак, ты что, хакер, что ли? Нео. Да. Так вот, неважно на самом деле, кого винить в этих ошибках, наша задача как бы их ответственно обработать, я бы так сказал. Первое, естественно, должна быть эта поговорка здесь. Лучшая ошибка – это та, которая не была совершена. Вау. Да. Я думал, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну и это тоже, да. Короче говоря, лучше предотвратить вообще ошибку, но на уровне клиентовской валидации показать уже пользователю, что он не прав, пока он даже не попытался непосредственно там запрос какой-то сделать. Так. В пример приведено окошечко Твиттера, и именно когда превышен лимит знаменитый в 140 символов, то, во-первых, нам показывают
снизу, насколько символов он превышен. В данном случае на 142 на этом скриншоте видно. То еще нам выделяют красным, как бы с какого места начинается превышение, так скажем. То есть нам Twitter прям сильно о нас заботится, укутывает в то самое одеялко. Потом, ну, правда, это очень крутой experience. Ну и кнопка Tweet, естественно, дизейбльнута. Угу. То есть тут как бы много... Кстати, мне интересно, если это тупо джаваскриптовый дизейбл, если зайти в инструменты разработчика, убрать его и все-таки нажать на твит, прилетит ли какое-нибудь уведомление с сервера, типа, что, хакер, что ли? Опять. Слушай, надо проверять. То есть серваком по-любому это обрабатывается, в любом случае. Должно. Никто не хакал. Что, ну, это тупо было бы, иначе. Мы, да. У нас бы вся лента была в 150... В бреде. Да. Пишите, кстати, в комментариях, если вы так пробовали, чтобы как бы это, интерактивчик какой-то. Знаешь, кто создать? Пишите в комментариях? Вот эти пацаны, которые нам пишут, как взломать ваш сайт, вот они должны это пробовать. Скорее всего, да. Следующее. Нужно сделать, чтобы сообщение об ошибке было информативным и консистент в том смысле, что сообщения обо всех ошибках, они примерно одинаковые, чтобы пользователь, единожды ошибившись на сайте, уже понимал, когда ошибется в следующий раз. А, ну короче, я ошибся, это значит, вот здесь я на 15 пикселе справа, мне будет написано, что я сделал не так и как мне пофиксить вообще это все. Первый пункт вот этого вот параграфа. Точно и четко сформулировать, что происходит. Именно просто там. Невозможно отправить говно. Второе. Описать, как пользователь может расправиться с этим. Попробуйте еще раз. Или напишите в техподдержку. Или перейдите сюда с другого браузера. Любые варианты. И третье. Сохранить как можно больше уже введенных данных. То есть, если это какая-то большая форма комментария, и вы Аяксово присылаете ответ, что там, комментарии нельзя запостить, вы не перезагружайте всю страницу, не заставляйте пользователя всю форму заново вводить. Вы как бы дайте ему возможность просто поправить, там, стереть бакспейсом чуть-чуть там какие-то нецензурные слова, а потом уже заново нажать отправить. Чем больше экспириенса, чем больше введенного вы сохраните для пользователя, тем больше вероятность, что он как раз попробует снова. Try again. Согласен, очень много сайтов есть, в которых просто тебе все сбросят. И заново заполняй. И там все индексы, хрень индексы. Хотя у тебя на самом деле там неправильно было введено, там отчество забыл написать. Ну да, да. И на самом деле это же в большинстве случаев, если у тебя не шкурный, так скажем, интерес, если у тебя там не бабки завязаны, то ты просто уйдешь и скажешь, ну ладно, как-нибудь потом. И это потом даже никогда не наступит. Mm-hmm. То есть вы потеряете клиента, гостя. Да. Так вот. Ошибки... Все ошибки мы уже разделили на три части, так скажем. Первая часть – это ошибки пользовательского ввода. Так вот, и на самом деле все валидации ввода пользователя должны быть в виде диалога. Ага. Этот диалог должен провести пользователя по всем пунктам, так скажем, меню, по всем пунктам формы, чтобы у него не оставалось никаких вопросов вообще, что происходит. И выхлоп, вообще все сообщение должно быть более эмоциональным, а не техническим. Не то, что там это, код ошибки 500, и типа сервер не отвечает. А должно быть что-нибудь хорошее, типа просто сервер не отвечает. А сервер что-то не отвечает. Вот, ну, эмоциональное же должно быть. Ну ладно, это на примерах будет лучше понятно, здесь будет. И основной принцип должен быть такой. Говорите с пользователями и говорите им, что и когда неправильно. То есть, ну, если говорить про то, что всему должно быть правильное место и время, то это инлайновая валидация. Валидируйте прям вот, когда пользователь зафокусил другое поле, предыдущее уже подсветите там, типа, а тут у вас неправильно написано и так далее. Понятно, что это чуть больше работы, то есть это, так скажем, дополнительную логику надо на клиенте писать, но поверьте, оно стоит того, потому что вы экономите пользователю секунды времени, а он потом будет уже не экономить свои деньги у вас на сайте. Угу. Ну, если у вас вообще есть какие-то деньги. Если у вас есть деньги, да. Right color for the message. Правильным цветом все должно быть. Просто на организменном уровне уже людей красный цвет ассоциируется с ошибкой, а зеленый с тем, что все правильно. Поэтому используйте эти цветовые... Я не знаю даже сказать, как цветовые хинты, цветовые подсказки для того, чтобы те пользователи, у которых там не черно-белый экран, ну или там
Ну, вы поняли. Для людей с ограниченными... Пусть люди с ограниченными возможностями не видят, но все остальные будут видеть. Это дополнительное, так скажем, подспорье. Ну да. И третий пункт – это простой язык. Ну, здесь, как мы уже говорили, должно быть понятно не просто дата неправильная, а написать, а у вас дата в прошлом находится. Не в таком-то формате. Ну, хотя бы, да, но здесь вот, видишь, если это из именно из дейт-пикера происходит дело, и ты хочешь создать ивент и указываешь 2014 год, или 2007, не дай бог, хочешь вдруг вернуть, тебе приложение так и пишет, дата находится в прошлом. То есть, как бы ты прошлое не вернуть, чувак. А не просто да, введенная дата неверна. Ну да. Чего неверна, кого неверна, непонятно. Согласен, это очень круто. То есть, казалось бы, такие мелочи. А bad good здесь вот на картинках так смешно подписано. Bad good? Ну, типа, как должно быть, как плохо и как должно быть. Заметь, Ник, он делает скрины с телефона, то есть он до последнего соблюдает свою легенду, что это про мобильные ошибки. Ну да. Несмотря на то, что это все упомянутое подходит и под десктопные вообще в легкую. App errors. Непосредственно ошибки самого приложения. Когда уже не юзер что-то неправильно ввел, а просто вдруг там какая-нибудь ошибка загрузки и так далее. Допустим, ошибка синхронизации здесь или что-то не загружено. То есть, допустим, ушел запрос на сервер и не вернулся. И вместо того, чтобы просто написать ошибка, произошла ошибка, error occurred, напишите просто там... Сервера не пришли данные, попробуйте позже. Извините. Ну да, или какие-нибудь шуточки, вот, например, здесь... Я не знаю, откуда это скрин, но тут просто написано, что Image Credit Avendo, Azendo. Какое-то приложение, и там, если нету, так скажем, ответа сервера, там, упс, ваше соединение, похоже, выключилось. Успокойтесь, зажгите костер и pull to refresh. Ну, вы поняли, обновите еще раз, что попробуйте еще раз. Я знаешь, где помню, короче, в... Я не знаю, сейчас это есть или нет, но в Твиттере раньше... Когда какая-то ошибка возникала... Там был твиттер-кит. Там кит, да, был такой кит грустный, который запыхался уже, задолбался это все переваривать, который нам намекает на то, что твиттер, он же не очень маленький, огромный сервис, вот этот кит, который запыхался выполнять наши запросы. Ты хочешь сказать твит... Кит — это твиттер? Ну да, серваки их не конкретно. Возможно, смарт-тейп, о котором мы поговорим дальше. Да, вполне возможно. Но у них нет ошибок, нет, что, какие... Так вот, ну и на самом деле, если возможно, то вы какую-нибудь ссылку дайте. А пока наш сайт не работает, там, поиграйте, почитайте там просто про нас где-нибудь на тижурнале. Я не знаю, если про нас напишут когда-нибудь на тижурнале. Хотя не очень-то и хотелось что-то. Сидите там все, не пишите про нас. Ну да, как обычно, топ-хайлайт – это что больше всего расшаривали. Никогда не показывайте сырое сообщение об ошибке. Ну, ты представляешь, да? Отдать просто чуваку. На, смотри, разбирайся. Ну да, вот тебе лог весь, короче, сам почини. Мы пока это, поиграем на компьютере. Покурим пока. Ну, здесь вот есть скрин. VD General Network Error, Error 500. Отлично вообще. Как бы мы, в принципе, понимаем, что это значит, но обычные люди, у которых приложение Photos какое-то там, или я не знаю, что это... Нет, это страшно. Я думаю, люди, особенно на iOS, испугаются очень сильно. Ты имеешь в виду, это на андроиде все у нас сидят с этими? Да, конечно, с рутовым доступом, их это не пугает. И, ой, да что там operation, ой, да я взламываю каждый день, у меня там VD General Network Error. Вот да. Поэтому надо как-то по-человечьи это все писать. Третье, это ошибки невозможных, так скажем, состояний. Короче, когда у вас отключен JavaScript, вот такого типа, заходишь и тебе пишут, у вас не будет работать говно. Ну, это очень крутая обработка. Если сделаете такое на сайт, вы гений будете. Дополнительно. Да, это, ну, нужно. И, короче, здесь написано, так скажем, весь тезис в том, не давайте людям начать делать то, что у них не получится. Угу. В силу каких-то, ну, не физических, физиологических проблем, конечно же, а в силу просто технических затруднений. Отлично. В данном случае... вот практически начинаешь загружать скриншот здесь из какого-то приложения, а там снизу уже подписано, а вообще-то ваш администратор, именно ваш администратор, уже, я не знаю, по BDSM опять же, ваш администратор запретил вам скриншот. Круто. Ну и все, здесь есть settings, я не знаю, в settings что можно сменить, может быть, ваш администратор это есть вы.
Подожди, какой же конклюжен нам все-таки Ник Бабич дает, говорит? Во-первых, тот, который я сказал в самом начале, самое лучшее сообщение об ошибке — это то, которое никогда не показано. Так. Но на самом деле, и да, типа, всегда лучше предотвратить ошибки. Угу. Но это так, знаешь, просто из жизни, так скажем, просто из общечеловеческого. Знаешь, что я еще хочу сказать? Вот для людей, которые вот сильно не владеют науками, да, веб-дизайна, но которые ищут правильное решение, какой-нибудь плагин, например, интересный на WordPress, им бы посмотреть хорошие плагины, которые соблюдают вот эти вот все UX-советы, так скажем. То есть, допустим, я не помню, насколько Form 7... Контакт Form 7 позволяет, я, кстати, оставлю здесь маркер, и появится видео, где мы рассказываем о топовых плагинах для WordPress, раз уж пошла такая пьянка. В Контакт Form 7 можно все ошибки самому описать. То есть там не то, что даже у всего плагина, там у каждой формы есть листинг ошибок, и ты можешь все лейблы исправить сам. Там ну, есть... соответственно, локализации своей. Да, даже не в смысле на язык, там по умолчанию русский есть. А в смысле, если у тебя на сайте все фанки. Ну понятно, понятно. Ты там, эй, красавчик, ты неправильно ввел почту. Круто, круто, это вообще. Или там, красотулька, твое письмо отправлено. Мы получили твой комментик в наши инбоксы. Да-да-да, не, круто, вот это очень круто на самом деле. Естественно, originally published babich.biz. Опять же. Но я не знаю, как так получается, что иногда мы читаем его темы с UX Planet, где он все это публикует, а иногда на его личном сайте. Мы как-то, не знаю. Ну, на самом деле, да. Я же не то чтобы на него лично подписан, хотя пора бы уже и подписаться. А нам это или из рассылок прилетают, или вот конкретно эту, если мне память не изменяет, нам в 87-м выпуске еще предложили. Нам в 87-м еще предложили? Вот да. Следующая тема у нас прикольная, именно прикольная, на лайфхакере. И ее нам тоже, кажется, предлагали. И звучит она... Ух ты, блин, тут случайно новый комментарий появился. Я нажал случайно проскроллить к нему, тут виджет гиперкоммента, и там у этого комментария подпись сообщения удалено. Отлично. Нам, возможно, кто-то что-то написал, и вот тут сразу это, почикали. Так вот, тема. Какой цвет является самым уродливым в мире и в чем его польза? Одна из громких тем. Я вот хочу узнать, мне интересно. Ну, тогда читаю заводочку. Ни для кого не секрет, что разные цвета по-разному воздействуют на человека. Одни вызывают чувство радости, прилив энергии, другие навевают сонливость и уныние. Есть даже цвета, которые вызывают у человека отвращение. Из этой статьи вы узнаете о самом мерзком из них, а также о том, как его можно использовать. Гифка гениальная здесь, вот кто смотрит просто. Причем, самое главное, а это откуда вообще? Я не знаю, но это мем. Я видел его. Ну вот. Но это из какого-то фильма, возможно, Game of Thrones, но нет. Это чувак со шваброй практически. Интересно, что он там увидел. Напишите в комментариях. У нас в комментариях всегда сразу находится чуть. Это, короче, такая-то секунда такого-то фильма. Такой-то мем. Актер, короче, в тот момент вообще обосрался, поэтому у него так натурально получилось сыграть. Там вот все эти подноготные с удовольствием выслушаем. Пишите. Короче говоря, было проведено исследование, на австралийские ученые, между прочим, провели. Не английские. Да, да, не да. Ну, с учетом того, что Австралия — это колония английская. Это еще хуже. Согласен. Это те, кого выплюнула английская, так скажем, Академия наук в колонии. Там нигеры английские. Ну ладно. Было проведено компанией JFK Blue Moon по заказу австралийского правительства. Не просто так. Исследователи провели несколько опросов, в каждом из которых неизменно побеждал один и тот же цвет. Побеждал, естественно, в кавычках. Его имя — Pantone 448C. А выглядит он как смесь болотной жижи и экскрементов. Не, у меня другой вопрос. На самом деле, как узко проводили этот опрос? То есть, а может быть, если поменять его на один верх голубому, еще более отвратительный будет, например? Просто суть в том еще, что а сколько вариантов предлагали? Вот вообще именно. Всю понтоновскую палитру. Да, то есть вопрос. Или сначала сами исследователи все просмотрели. Ой, вот этот понтон 448. На каких выносить приходилось? Или бумажные пакеты давать кому-нибудь? Да. Вот те 20 отобрали. Ну, не знаю, правда. То есть... Но я для наших слушателей, которые не видят, ну действительно, смесь болотной жижи и экскрементов. Вы представляете, да, вот это оно. Я бы просто болотный назвал. Я экскремента здесь не вижу, если честно. Может быть, у меня на MacBook так показывает. Ты просто это, знаешь, как есть оптимисты и пессимисты. Ты оптимист.
Как стакан наполовину пустой и полный. Вот этот цвет, он болотный, наполовину болотная жижа, наполовину эксперимент. Ну вот да, у меня, я может быть под каким-то другим углом, хотя нет, я сейчас вот ниже присел, так скажем. Сейчас все представили, как я могу ниже присесть, у меня, знаешь, такой стул, который поднимается, опускается, это ну седло. Да, и экскременты уже как бы. Да нет, наоборот, еще больше болотной жижи, какой-то он зеленоватый все-таки. Ну я дальше вижу, зачем они это делали, давай. Да, там круто. И вы, вероятно, заинтересуетесь, зачем австралийскому правительству понадобились такие странные исследования. Ответ прост. Короче говоря, они хотят оформлять с помощью этого цвета упаковки из-под сиг в Австралии. Так бороться будут с курением. Причем не менее 60% площади упаковки производителей обяжут в этот цвет выкрашивать. Болотной жижи. И экскременты. Ну слушай, я думаю, еще для, дополнительно для этого надо сделать стандартом де-факто, чтобы фильтр еще такого цвета был. Причем изнутри и снаружи. Не, ну это же издевательство над курильщиками. Я как бы сам не причастный. Но это да. Хотя прикольно. Если это реально что-то изменит, то, я наверное, думаю, почему бы и нет. Так там же уже страшное пишут, что у вас то, у вас все будет. У вас а пятое. Теперь еще и такой цвет сраный. Уже практически даже Marlboro негде написать. Да. Уже маленькими буквами снизу этим же цветом на белом фоне. Будет просто написано Marlboro Kent. Это не реклама. Прима. Вот это уже реклама. Но здесь просто было еще одно исследование. И там реально типа прогрессирующее снижение продаж такой продукции происходит. Ты знаешь, кого это не заденет? Вейперов. Согласен. Там на 95% безопаснее. Да, там просто еще... Между прочим, там даже выкрашивать нечего. Там написано, смотрите, также вредны электронные сигареты для здоровья. Это практически про вейперов. Ну, пишите в комментариях, предлагайте нам темы про вейперов. Мы их, может быть, тоже рассмотрим. Посмотрим, да. Следующая тема у нас, по-моему, последняя из дизайна. Нет, да. Apple UX становится дедкором. Дедкором! Да, не дедкором, а все-таки дедкором от слова батька. Батькор. Прикольно, прикольно. Блин, батькор прикольно. Я это на самом деле как готовился еще днем придумал, забыл, а сейчас заново вспомнил. Батькор. Ну так вот, я, говорит, хочу вам рассказать. Автор Марк Уилсон. И он нам пишет, я, говорит, вам хочу рассказать про волшебное место. Место, где альбом YouTube автоматически скачивается на каждый телефон. Место, где можно превратить любое текстовое сообщение в концерт Kiss. Место, где нету боли и страданий, потому что кнопка Emoji переведет все сообщение в детский, так скажем. Блин, ну это я понимаю, что сейчас будет про то, что, короче, как именно телефонами пользуются бати, да? И... Нет, на самом деле, здесь будет просто про то, что Apple скатилась, что они все по старикам стали делать. Так, ну-ка. Это место, это Apple 2016. И он пишет, похоже, что... Ты имеешь в виду, звонили там какие-нибудь 70-е и просили вернуть Apple, какое-нибудь что-нибудь такое в этом стиле? Ну, просили, звонили 80-е, да, и просили вернуть их Emoji. Но только их увлечение, не знаю, ну, в общем, да, шутка понятна. И здесь он пишет дальше, дальше шутит, что, похоже, их, как бы сказать, увлечение Бона и Крисом Мартином не пошло им на пользу, типа. Ну, это же довольно старая группа. Угу. Ну, Крис Мартин — это Coldplay, насколько я понимаю, а Бона — это U2. Нет, что самое главное, эти группы ориентируются на мужиков, потому что они выглядят как мужики и так далее, и так далее. Потому что, допустим, на том же E3, вот недавно, который проходил, приглашали Blink-182, им столько же лет, наверное, сколько Сингу там и Бона и Хрена. Ну да, но они все-таки ориентируются на молодежь. Конечно, да, то есть... Хотя тоже там молодежь уже 25+. Ну да, да. Ты, Никита, слей, пожалуйста, второй чай, пока я буду дальше рассказывать. Так вот. И, говорит, на самом деле я вам приведу несколько примеров дедкора. Во-первых, говорит... Siri шутит именно такими шутками, как бы это сказать, стариковскими. То есть она не то, что я там твою мамку отдрала, а просто там типа... Ну, блин, мы, я не знаю, мы в этом подкасте разбирали шутки Siri, но они такие. Как будто реально батя шутит. Я тебе больше скажу, она знает названия фильмов и про них рассказывает. Старый Терминатор. Всякое такое говно. Помнишь? Да, ну я припоминаю, это было еще когда Siri только появилась. И мы пары практически прогуливали с тобой у Санька дома. И мы пробовали Siri, потому что у него 4S-ка тогда уже была, а у нас пятерок еще не было. И вот тогда... Ну, там мы еще по-английски это говорили, по-русски этого не было. Да, она там знала про какие-то фильмы, это было довольно-таки прикольно. Да.
переверни. В прямом эфире практически завариваем чай тут. Так вот, потом просто сама функция Find My iPhone, там можно типа заставить телефон звонить. Да. Вместо того, чтобы позвонить на трубку, даже если... Хотя нет, если недоступен, нельзя. Ну, у меня, в общем, я просто рассказываю, опять же, историю жизни. У меня батя прикалывался на работе, и он на мой iPhone вызвал вот этот звук. Угу. И я сильно закипишил, потому что это же могут делать только те, кто на моей учетке, по ну, идее. Да. Я думал, меня все взломали, там, говно. Так опять же, батя прикалывался. Так вот в том-то и дело. То есть это, видимо, прикол такой у бать. Ну, так вот. И на WWDC, на крайнем, который мы неделю назад обсуждали, две недели назад смотрели, а я так и не посмотрел, добавили новые фичи, которые прям по бате. Во-первых, прям там написано, что это. Нас заставляют достать прямо вареные джинсы. Это круто. То есть тут чувак именно со смешинкой говорит. Ему смешинка в рот попала. Так вот, в WatchOS у нас добавили Scribble. Это функция, когда ты можешь писать побуквенно сообщение, и оно прилетит к твоему... Хотел сказать оппоненту, ну адресату, короче говоря. И это прям типа по шпионам там. Прям, ну, да. Ну вот это было популярно, когда наши бати были стариками, молодыми нам. В общем, это типа такое. И это самый, в принципе, Apple Watch, это супер по батям гаджет. Потому что по факту в нем пользы практически никакой, кроме пульсомера. Но пульсомер можно отдельный купить, который более именно специфичный под эти дела, который там сон меряет и так далее. У нас в чатике регулярно чуваки обмениваются своими ритмами сна, кто там когда в какую фазу сна входил и так далее. Ну понятно. Ну и вот, это просто именно игрушечка такая дорогая. И как они уступают только Apple TV. Но Apple TV, у меня батя постоянно с iPad на Apple TV все выводит, дерьмо. Uh-huh. Чтобы не смотреть на iPad, он смотрит на телеке. То есть, видимо, вот действительно по... Ну вообще, знаешь, что можно сказать? В принципе, все, что делает Apple сейчас, это по старикам. Знаешь почему? Потому что у других пацанов, типа Гугла, да, они что-то какие-то все инновации. Мы что-то там то, сё, что-то это. А эти просто стабильность. Ну да. Хотя, конечно, тоже там такое, Тим Кук там завел. Хотя при Стиве-то были инновации, но вот новое приложение Photos позволяет сразу делать роличек из фоток и видео. Ой, это и вообще... там именно такие семейные ролики с супераанимациями там, да-да-да, саундтреком и так далее. Ну просто мы там ездили, знаешь, в штат Колорадо. Ну вот типа того, да, и там прям по очереди там с такой расслабляющей. Это правда всегда было на Маке. Но тут, видимо, это на телефоне есть. Угу. Или до этого ты мог как-то это вручную делать, а сейчас это автоматически происходит. То есть поправьте меня в комментариях, что там как. Да никто не знает ни хрена. Все. Да, ну, все. Написано, вы прям можете видеть, как Apple-овские топовые UX-дизайнеры прям сидели на iMac'ах, прототипировали новую iOS, да, в iOS получается, и роняли скупую мужскую слезу, когда вспоминали... Вот я не очень понял, что это значит. Вспоминали, что случилось с гузом, с гусем. Может быть, это какой-то старый фильм, может быть, мультфильм. Но я гуглил и не понял. Охренеть. Я так и не разгадал эту загадку. Здесь, опять же, надо понимать, это чей мем, американский или английский? Я думаю, американский. Я думаю, американский. Окей. Так вот, macOS, говорит, добавляет фичу картинка в картинке. Которая называется как раз из суперстарых телевизоров, когда ты мог включить на видоке видос, а в правом нижнем окошечке футбол еще включить. Да, да, да. И тут именно шутка, что вы могли типа включить, смотреть документалку про Вторую мировую войну на большом экране, а в маленьком документалку про Первую мировую войну. Это круто. То есть это опять же по мужикам. Но самый дедкор это типа... В новых месседжах, а там большое количество изменений. Во-первых, стикеры. Ну да. Во-вторых, стикеры к картинкам. То есть там, если посмотришь скрин, там гифка есть, что вот фоточка чувака, который с мячиком играет. Угу. И можно солнышко именно к этой фоточке привязать, там солнышко будет летать. Это напоминает уже какие-то одноклассники. Вот-вот, так в том-то и дело. И он говорит, типа, старики вообще-то любят стикеры. Хотя в Телеграме мне тоже нравится стикер. О-о-о. Но, возможно, это я сейчас из чулана вышел. Точнее, не из чулана, а из, я не знаю, из гаража. Между прочим, надо заметить, что здесь конкретно про анимированные стикеры идет речь, потому что они любят всякие прикольненькие стикеры. Ну да, да, да. В Телеграме все-таки... еще смайлики, где колобки катаются, там, рофл. Да, в Телеграме стикеры хипстерские, они неподвижные. Да. И прям, даже те, которые дефолтные, они прям так круто нарисованы, что вообще... Ну, посмотрим, как это круто, будет. Круто, круто. Ну, подожди, еще последнее. Это кнопочка Emojify.
которая переводит все написанное сообщение в эмодзи, что может. Берет баскетбол, меняет на баскетбольный мяч, пицца на слайсик пиццы. Мувис меняет на видеокамеру. И ты как бы... И тут еще шутка, что... как же здесь посмотреть-то? Че, если я мувис тебе напишу, на видеокамеру сменю? Это в iOS 10, но, видимо, да, почему бы и нет. Ё-май. Это, говорит, практически так же тупо, как смотреть, быть 45-летним чуваком и по 500 баксов в Urban Outfitters покупать там шмотки молодежные. То есть вот тут вот примерно то же самое. Ну и, говорит, кроме этого, можно отправлять скрытые сообщения, которые у тебя на лог-скрине не видны. А, я там вижу, даже да. Есть гифка, что I've missed you so much появляется только когда ты заходишь непосредственно в этот чатик. И там сразу шутки, что это как раньше невидимыми чернилами писали там дерьмо, послание и так далее. Что все, просто сильно по мужикам. Охренеть. Ну то есть он с учетом нововведений, вот которые на WWDC. Да, да, то есть это новинки у них. Он простебал вообще максимально. Причем он в конце написал, я, говорит, это, чуваки, я-то вообще-то сам мужик, типа у меня тоже дети, я тоже папка. И мне это нравится. Да, у меня тоже есть там билеты на концерт какого-то Брюса Спрингстона. И вообще, я типа все это понимаю. Ну а какого хрена, типа, смешно? Ну да, да. То есть даже ему смешно. Ну все, будем смотреть дальше. Следующая новость уже из светских новостей, да? Да. И опять же, мы немножко про эмодзи затронули, сейчас снова поговорим про эмодзи. Ну я так и подготовил, да, чтобы оно прям перетекало вот, очень плавно. Вот. Не за как, next web. Как ты раньше говорил про лонг дринки и шоты. Ну, кстати, тут лонг дринк, а шот ты в него вливаешь как-то это, чтобы взболтать на не смешивать. Нет, тут у нас все один лонг дринк просто и все. А, ну ладно, хорошо. Короче, на The Next Web статья ироническая, возможно. А возможно, не ироническая. И, собственно, здесь и такой заголовок, что Apple отказывается от эмодзи, винтовки. Rifle эмодзи. И я сначала, если честно, думал, что он отказывается от эмодзи, вот где вот так вот, типа, девушка... Да, я тоже думал фейспалмит про это. Но нет, на самом деле, от rifle эмодзи, то есть от эмодзи винтовки, и о чем, собственно, статья. Unicode, то есть пацаны, которые одобривают эмодзи... Или одобривают. Или одобряют. Ни хрена. Рассмотрели некий срез такой из всех эмодзи, которые можно придумать по Олимпиаде, то есть на тематику Олимпиады. Весь сет такой рассмотрели и приняли решение, то есть они там около 50 где-то, я так понимаю, ведут новых эмодзи на тему Олимпиады, но конкретно спорт винтов, вот стрельба из винтовки, как я понимаю, наверное, это летний спорт, я честно говоря, не знаю, то есть это биатлон, да. Наверное, это, ну, зимний, а... По крайней мере, в летнем есть лук, я не знаю насчет винтовки. Ну вот, видимо, спортивная стрельба какая-нибудь винтовка. Ну вот, ее, то есть... Эмодзи, посвященные вот этому спорту, не хотят вводить. Возможно, по причине, как я не понимаю, насколько это серьезно по поводу того, что недавнего скандала в Орландо. Даже не скандала, а происшествия, трагедии. Скандала. Да, трагедии. Я по-гейски попытался произнести, но, конечно, это ужасно. Да, трагедии в Орландо, где расстреляли там кучу народу. Возможно, из-за этого. Это же, я так понимаю, поддерживают эту инициативу Apple и Microsoft. Они не будут вводить эмодзи Rifle, то есть винтовочный эмодзи. Собственно, о чем еще может идти речь, кроме того, что чувак, который пишет статью, стебет. Говорит, например, а что это вы... Сейчас есть эмодзи пистолета, handgun эмодзи. Почему бы, какого хрена вообще не ввести винтовочку? Да говно, господи, это просто смешно. Мне теперь интересно, а вот Google... Будут ли у себя там в хэнгаутсах на ютюбе оставлять именно райфл? Ты вспомни, какие... И еще использовать его везде. Ты у гугла вспомни, какие эмодзи, там какой-то куча говна. Да, да, я согласен, там именно гу. Такая именно, как гу переводится, я забыл. Я не знаю, клякса какая-то. Субстанция, там именно вот, ну, говно, короче. Ну да. Продолжаем. Смесь болотной жижи и экскремент. Я не знаю, мы так, если честно, поливаем экскрементами Google, что нас, возможно, ненавидит половина аудитории, которая, возможно, слушает. Именно из-за этого нас вот в тех местах, где мы поливаем, в тех роликах, нас не 5000, а 3000 просмотров. Черт, извините, Google рулит. Я люблю Google. Да. Кстати, у нас следующая тема про Google. Ну там не Google, ну ладно, все, не вмешиваюсь. Да, с Roam.ru статья. Можно назвать, что про Google, потому что почему-то все называют налог на Google этот закон, который недавно приняли. Про него по-любому все слышали, но я просто напомню вам, что с недавних пор, я вот не знаю, с какого числа,
но приняли вот совсем недавно, буквально 15 июня, видимо, с того времени и начали. Иностранные компании будут платить НДС за продажу в Россию контента, программ, услуг, голосовой связи онлайн, хранение и обработки цифровых данных, хостинга, регистрации доменов и т.д. и т.п. Ну, в общем, вы поняли. То есть, иностранные пацаны будут бабло нам башлять. Я думаю, еще и мы им будем башлять, потому что нам везде ценник увеличат, просто и все. Это же за наш счет все произойдет, скорее всего. И просто суть в том, что это всегда было везде. То есть, если мы хотели бы продавать что-нибудь в Европе, то в Европе есть НДС. И как бы никого, никаких это проблем ни у кого не возникает, никто ничего там понятно, не говорит. Ну понятно, Россия не офшорная зона, да. Там нельзя зарабатывать вот так без налогов. Да, ну и вот был опять же не то чтобы скандал так назвать, а вот Сергей Орловский заявил, чувак из Невала, руководитель Невала, заявил, что они свои игры, как я понимаю, а Невал делает игры, собственно, не будут теперь локализовать на российский рынок, потому что смысла нет, а будем зарабатывать бабло за границей. Почему? Потому что они, в принципе, базируются и в Москве, и в Санкт-Петербурге, то есть это не Россия, кстати. То есть у них нет никакой проблемы с НДС, по идее, но он говорит, что они как-то торгуют через какие-то западные юрлица, в общем, возможно, их НДС коснется. Ну, давайте сейчас не об Орловском, а просто о самом законе. Я бы и про него поговорил, нахрен бы его игры тут сдались, там же говно в большинстве. Вот, к сожалению, да, к сожалению, нахрен оно не надо. То есть, если в смысле, сам факт, ладно нам. Там-то как он будет это реализовывать, тем более, там это не продается. В Blitzkrieg никто играть не будет. Ну, то есть это просто смешно. Вот. Ну ладно, бог с ним. Допустим, хочется узнать теперь, что же будет. Вот 23 июня будет распродажа в Steam. Не реклама, как бы. И хочется... Пишите в комментариях, что будете покупать. Что будете покупать, да, напишите прям список. Что у вас в виш-листе там лежит? И самое главное, что будет ли как-то вот, во-первых, ринутся ли все русские покупать в Стиме в этой распродаже, потому что, а вдруг что-то там повысит. А во-вторых, повысят ли? Как мама Рима и папа Дима, ты просто так сказал, ринутся. Да, я узнал, что, короче, оказывается, как отслеживать будут? Как отслеживать? Как отслеживать будут? Если ты продаешь чувакам с российским... Допустим, по российскому телефону, по российской кредитке, то есть там все данные есть. Если ты занимаешься вот таким бизнесом, который продает русским чувакам, российским, да, то ты должен НДС платить, вот, собственно, нам. Не нам, а на... Ну, вы поняли. Жаль, что не нам. Нет, я думаю, просто... Вот ты, если у тебя в Стиме в русском покупают, то у тебя... Твоя, это, заработок меньше на сколько-то процентов, потому что у тебя автоматом уже налоги будут высчитывать и все. Ну, видимо, да. Значит, и цена будет выше, соответственно. Угу, угу. Потому что как бы Гебби Ньюэллу не пристало бабки на тебя терять. Да. Вот на тебе именно. На ты. Да. Ну, короче, напишите, как вам вот налог на Google, этот закон. Мы пойдем дальше. По слухам, Илья Трунин нам говорит, что налог на Google может принести правительству не менее 10 миллиардов рублей. Ну, в год, я так понимаю, не разово же. Угу. А то это как-то тупо. Ты знаешь, что я еще узнал прикольное? Что, давай. Короче говоря, вот игры, да, их продают, и у них есть лицензия. Допустим. А как узнать, что во free-to-play тебе продали шапку? Что это такое? На нее нет лицензии, на шапку. И до какого-то времени не было вообще закона в России, короче, как-то налогооблагать вот эту хрень. То есть просто люди, блин, могли фри-ту-плейную парашу продавать бесплатно, вообще хоть сколько ты продавай, и никакого налога нет, и ты можешь просто... Вот бесплатная игра, но у тебя там за миллионы транзакций, микротранзакции идут. Но недавно... И наличный PayPal кому-нибудь падают. Да, да, без проблем. Но недавно приняли закон, что вот эта вся хрень называется услуга. То есть ты оказываешься услугу, сделал шапку человеку. Понятно. А услуга уже у нас как бы налогооблагается, и погнали. Ну, это новые для нас рынки, не сразу подстраиваются наши законодатели, законотворцы. Можно так назвать. Ну, короче, сейчас бомба, следующая новость, на самом деле нет. Microsoft купил LinkedIn. Ссылка в, я переведу для тех, кто не понимает. Соединенный в. Да. И пацаны Джефф Уэйнер конкретно на блоге LinkedIn очень гордится этим, что, блин, они proud to be вообще всему этому, что так круто, нас прям купили, он обмазался 26 миллиардами баксов. Я вам просто хочу подчеркнуть. Я напоминаю, что Facebook купил Instagram за 1 миллиард. WhatsApp они потом купили за 6 или 8. Да, то есть 26 Instagram.
Ну-ка, вот я сейчас загуглил. Или 4 с чем-то WhatsApp. WhatsApp стоимость для Facebook. Я вот такой запрос сделаю по старикам. Во-первых, я сейчас просто, пока Саня запрос делает, напишите, пожалуйста, в Телеграме. Уф, в Телеграме, да и в Телеграме тоже напишите. В комментариях. Вообще, какого хрена вы пользуетесь LinkedIn и помогает ли он вам, самое главное, в жизни? Когда за хлебом идете, помогает ли вам ваш аккаунт LinkedIn? За колбасой стоите и говорите, вот. И мы плавно, пока ты гуглишь опять. 22 миллиарда за WhatsApp, то есть столько же. Ну, почти. Окей. Okay. Как-то неожиданно, я думал, что не так много. Ну, в общем, огромные бабки на самом деле крутятся. Хотя хрен его знает, как там по меркам этого всего. Ну, а мы переходим к следующей новости, но она продолжает новость. Подковерные войны некие на newyork.com. Нью-Йоркер. Да, на thenewyorker.com. Так. И здесь такая статья, которая начинается с самого начала, на самом деле. Здесь сначала рассказывают, что практически в теплый вечер в Греции Стив Баммер встречался с Марком Цукербергом, еще когда он был young. И предлагал тому купить у него Facebook. Microsoft хотела купить Facebook. Здесь не сказано точно, когда, где. Ну, теплый вечер в Греции. Теплый вечер в Пало-Альто, я бы даже сказал. Да, в Пало-Альто они собирались. И в тот момент Цукерберг был, видимо, как я говорил-то там, каким мятежный духом, да. Он, собственно, наверное, и сейчас тоже мятежный духом. Но, тем не менее, он не продался Microsoft'у. Тот ему предлагал там по тем деньгам, то есть, ну, наверное, какие-то бешеные бабки, я не знаю. Но сейчас около 300 миллиардов стоит Facebook, если так его оценивать. Ну, вот по тем там, какие-то там десятки миллиардов. Вот. Это начало вот с этого статья. А дальше идет, что, в общем, и Балмер, в общем, обосрался. К чему это все идет? А вот статья, который сейчас глава Microsoft, он не обосрался. Он смог заключить... вот эту вот хрень с LinkedIn. Хотя, я думаю, они не сильно сопротивлялись. Ну да, с учетом того, как они обрадовались, типа, как ты говоришь, да. Proud и все такое. Там на смарт-эпе, за хостином, блин. В общем, суть-то какая? Суть-то в том, что статья, знаешь, что говорит? Он говорит, ты прикинь, что будет. А будет то, что мы сейчас все соединим с нашими Microsoft хренями. И ты такой едешь в машине, а тебе Cortana, а я напоминаю, Cortana это как Siri, говорит тебе такая... А вот ты знаешь, у нас... Siri, только не Siri. У тебя, да, для твоей там должности, которую ты ищешь у себя там на работе, там, есть 20 чуваков LinkedIn, которые там, в общем, прикинь, как мы интегрируем к жизни, прикинь, как можно будет там, в общем, жить с помощью LinkedIn и Microsoft, вот этой вот коллаборации такой, я не знаю, в экстазе, когда они сольются. И представляешь, мы еще поражались, что как это будет на Xbox, ты сидишь, играешь в GTA в новую, и у тебя там это... Судя по тому, какие действия вы делаете в игре, вам нужно понравиться вот такие работы на LinkedIn, да. Да-да-да. Вот такая история. Вот напишите, как вы вообще к этому относитесь. 26 миллиардов долларов, я подчеркнул. Мне просто вот, если вспоминать пример Skype, у нас в комментариях уже была дискуссия по этому поводу, Skype на пользу не пошло приобретение Microsoft. Nokia, как мы знаем, тоже. Nokia вообще не пошло, они просто их с говном вот слили. Да, и возможно, и LinkedIn тоже, как бы это сказать, не лучшие времена для них настанут, но будем посмотреть, время покажет. Мне интересно, следующая статья, лучшие ли времена настали для Flash? Я думаю, не самые лучшие, потому что теперь, как я понимаю, в Safari, в новом Safari 10, он новый вообще, нет? У тебя какой Safari? Он еще даже не у меня. Он в бете Sierra, новый macOS, который я еще не ставил, потому что не заморачивался. Там теперь хрена лысого нормально Adobe Flash врубить. Точнее, если даже у вас есть плагин, который устанавливается на Safari. По дефолту, короче, все выключено. А я вам напомню, вот если кто-то пользовался, ну это было давно, и неправда, Safari на Windows, потому что они давно уже не обновляют. Это пятая версия это была. Да, там по умолчанию ни хрена не было флеша, и нужно было установить. Я специально накатывал по приколу. Но суть какая, сейчас даже если у тебя накачан плагин, на Safari 10, у тебя хрена лысого будет Adobe Flash запускаться в принципе, вот эти вот все фреймы с Flash. Да, надо будет разрешать дополнительно и отдельно. Да, поэтому Flash умирает, как ну, наш мир. На самом деле, у нас красной нитью это, что неделю назад, что сейчас проходит, что мир умирает. Но суть в том, что Google-то давно это сделали. Я думаю, тогда уже для Flash все стало кончено. Согласен. Сейчас тут Safari аудитория подтянулась, это еще тут так.
хипстеры добежали, которые там это... Это просто его прикончили до конца. Ну, он извивался, лежал. Это контрольный в голову был, согласен. Да. Ну, я так понимаю, можно переходить к разработке, но перед этим-то нам надо сказать, что у нас в разработке обычно крутые парни делают, употребляют и используют. Я чуть зеваю как-то сильно, как будто мы опять успокаивающий чай пьем, но нет. SmartApe и UWebDesign. Мы прям предлагаем вам попробовать супер лучший в мире хостинг облачный. А мы, как знаешь, мы как Microsoft LinkedIn тоже слились в коллаборации и в экстазе. Ну да, SmartApe. Согласен, потому что настоящие разработчики пользуются SmartApe, пробуют его, любые решения, шеят для... ваших слабеньких сайтов, которых много, для большого количества доменов, мультисетей и так далее. VPS-хостинг, если вы разбираетесь в тонких настройках или в толстых настройках, или смотря какие у вас веб-сервера, или выделенный сервер, если вам прям нужен супер аптайм там и контроль хороший, все это можно предложить. Вам наши партнеры могут предложить, мы не можем. Ну вот smartape.ru, заходите. Ну, да, да, uwebdesign.ru/smartape, там можете почитать подробности, переходить по нашим реферальным ссылкам, нам будет прям приятно. Я даже уже не знаю, что еще говорить про smartape. Знаешь, допустим, что тот, кто будет использовать smartape, тот не вспотеет этим летом. Да, только что-то это неправда, потому что мы тут сейчас сидим, такая жара на кухне, что просто невозможно. Мы прилипаем к подкасту, грубо говоря. Ну, спинами прямо, потными. Ну ладно. Давай. Первая новость из рубрики «Разработка». Статья на Хабре от Александра Карпинского. Рисай с картинок в браузере. Все может стать еще хуже. Так, да. Сейчас будет грусть или сейчас будет похрена? Сейчас будет похрена, да. И тут прям на самом деле надо читать, потому что здесь стиль автора прям. Угу. Знакомьтесь, это Маня. Маню поразил страшный недуг. Теперь она нуждается в вашей помощи. Маня росла обычной девочкой, жизнерадостным, счастливым ребенком. Но чуть больше года назад врачи поставили ей страшный диагноз – алиазинг. Или сглаживание по-русски. У вас JPEG. И она стала выглядеть вот так. Я вот для наших зрителей приближу, для слушателей не могу. Там досвидос. Там очень много сглаженных рядом пикселей. Причем в основном проблема с волосами. Hair works, NVIDIA. Если да, проблема, если есть много рядом стоящих разных пикселей. Угу. Поэтому с волосами. Если говорить про больше года назад, здесь тоже новость. Так. И там новость как раз о том, что в Хроме, кажется, да? Сейчас я это здесь уже и не помню. Угу. Ну да, наверное, в Хроме, я сейчас не буду. На конве, короче говоря, алгоритмы ресайзинга меняли, и все коряво было. Так вот, виной тому стала жадность и алчность производителей браузеров, которые решили сэкономить на алгоритмах ресайза изображений и применить самые низкокачественные фильтры. Тогда Мане удалось спасти, она прошла курс последовательных кратных двум уменьшений, что снизило алиазинг и вернуло ее былую резкость. Теперь ей снова угрожает опасность. Хорошие новости в том, что появился стандарт... Я, кстати, помню те времена, но я, если честно, думал просто, что картинки неудачные какие-то попадаются, ага. И именно вот эти картинки дерьмово ресайзятся. Но на самом деле... Во-первых, мораль такая, если вы используете картинки на веб-страницах, так. Во-первых, good for you, молодцы, так и есть, так и надо. А во-вторых, делайте их ровно размер в размер такими, какие они показываются. Не так, что вы вываливаете страницу, картинку в 900 пикселей шириной, а потом ее CSS или HTML сжимаете до 300 на 300. Вот тогда будут артефакты. Но если изначально вы показываете картинку 300 на 300 в ее фактическом размере, то все будет нормально. Угу. Но вернемся к алиазингу. Так вот, появился стандарт за этот год, призванный управлять качеством растеризации изображений на канвасе. Safari уже поддерживает, кстати. Здесь, как обычно, будет сейчас ссылка на видос про последний Safari, прошу, чтобы вы как-то это... Понимали, что это реально круто. Так вот, и судя по получающимся результатам, значению high соответствует метод сверток с бикубическим или очень похожим фильтром. Результат действительно очень хорош. Казалось бы, можно обернуть код, вымоченный в предыдущей статье, в if image smooth quality in context и ждать появления в остальных браузерах, но что-то пошло не так. Uh-huh. А именно в Chrome ввели это же свойство, но у него при значении high все равно получается говно. Что-то пошло не так, и на Мане напала другая напасть. Маня стала мыльной. Оказывается, Google тоже готовит для Машеньки сюрприз, реализовав нужное свойство, пока что спрятав за флагом Experimental Canvas Features. Только реализовано, но недобросовестно. А чем попало? Вместо правильных, четких православных сверток в нем для значения high используется техника, применяющаяся в играх.
помощью суперсэмплинга для изображения создаются MIP уровни, а потом ближайший по размеру уровень ресайзится все с тем же дешевым методом с фиксированным количеством исходных точек. Вот мания, а? Страдает. Да, короче, в играх это применимо, потому что там резкие движения, и там, когда ты быстро двигаешься, не видишь, что замылено все. Да и, в принципе, это как бы даже и прикольно. Ну и, в принципе, ты, чем ближе ты к предмету, тем больше он деталей должен приобретать. А если ты далеко, то почему бы и не сделать? Ну вот, да. И проблема в том, что для работы с графикой в приложениях этот метод не годится. Потому что это вообще не метод ресайза, алло. Пишет нам автор. Это аппликация из двух решений, ни одно из которых не способно удовлетворить требования качества уже вдвоем и подавно. Ну, короче говоря, все это хреново. Надо это подумать, что если ставим хай, то все будет хорошо. В общем, если четное количество ресайзов, ой, точнее, пикселей в ширину, то все хорошо, а если нечетное, то все будет мыльное. Мне знаешь, что интересно, просто кто вот этот тренд задает, то есть это если сделают в хромиуме такую хрень, то хром поддержит, и как бы в самом хроме уже так будет, или как? Где эти стандарты ты имеешь? Да, то есть кто вот напишет алгоритм? Ну, на V3 Group, вот если появился стандарт, то там написана ссылка на html.spec.whatvg, то есть webgroup.org. Ну, понятно, я понимаю. То есть люди, которые делают конкретно браузер, должны придерживаться в этой стандарте. Да, да, но они, видишь, халтурят. То есть здесь и новость как раз о том, что производители браузеров иногда халтурят. Козлы, блин. Но они как бы хотят, чтобы у них быстро все работало, они экономят ресурсы наших с вами компьютеров, но вот да. Ну да. Ну, кроме этого, здесь написано, если у вас нет симпатии к маленьким детям, то вот вам манечкин друг, Мандрил Пупуся. Но постигла та же беда. Ну и здесь варианты. Заблюренная картинка в хроме, качественная из Safari, более или менее качественная после ресайза в хроме методом последовательных уменьшений без Image Smoothing Quality. Есть как бы способы, но вы или, говорит, идите и ставьте в баг-репорте звездочку, но, говорит, я ничего вам лучше предложить не могу, или пользуйтесь Safari, это уже мой вам совет. Ну, Мандрил Пупуся, я не знаю даже, что нам тоже может посоветовать. Меня он меньше умиляет, чем дети. Согласен. Че, идем дальше? Да, следующая тема и вторая из разработки, это статья Криса Койра на CSS Tricks. Давненько он туда сам ничего не писал. Я что-то видел, ты сидел и практически с авторучкой, там сложная тема какая-то, да? То есть сейчас всем надо нердом к экранам прильнуть. Да, здесь сейчас будет опять вот это вот мычание в микрофон. Тут на пятой строчке, короче, откройте скобочку, на шестой ее закройте. Потом, значит, поставьте Enter, пишите свойство valid, там, не свойство, а псевдокласс. Ну ладно, неважно, попробуем как-то бодренько сейчас. Валидация форм с помощью HTML и CSS, вот так она называется. Так. Забегая вперед, TLDR, too long didn't read. Если хотите нормальную валидацию, все равно валидируйте на JS. Но если хотите funky way, то можете делать с HTML и CSS. Ну как бы Крис Койр любит CSS, поэтому почему бы нет. Ну да, да. Так вот, первый... Смотри, просто толстый пост. Толстый пост, согласен. Вот здесь еще толстые картинки в сайдбаре, которые это... Да. Не влезают. Причем они... Я так... Видимо, это все-таки фишка. У меня на хроме просто все влезает. А, да? Да. Это возвращаясь к тому, что на Safari все хорошо. Странно. Ну-ка, а может какой-нибудь там... Нет, комментарии у меня не влезают. А, да? Но в сайдбаре влезает. Да. У меня, возможно, в сайдбаре просто что-то другое. У меня Media Temple. Да, у меня Media Temple, и он влезает. Очень странно. Не знаю, но тут нету никакого width 100%. Ну, комментарий там, принципе, это фишка, походу. Ну, может быть, все, не знаю. Ладно, неважно. В общем, первая фишечка. Можно сделать так, чтобы лейбл выглядел как placeholder. А именно, абсолютно спозиционировать его внутрь инпута просто. И все. Сделать у него opacity 0.3. Ну и просто looks like placeholder, короче говоря. В принципе, можно по этому в HTML именно input поставить над лейблом. И вот такой вот селектор замутить. Открываем скобочку на пятой строке. Focus плюс лейбл. Если input зафокусен, то тогда у лейбла делать opacity 0. То есть просто он будет пропадать. И мы эмулируем реальный placeholder. Здесь есть гифка. Но он полностью accessible, потому что это лейбл. Прикольно. Но
Прикольно, да не очень-то. Потому что кому это accessibility нужно, если... Ну, мне больше нравится, когда отдельно лейбл написан. Ничего не могу с собой поделать. Ты имеешь в виду не внутри? Да, когда он просто над инпутом, как отдельный ппшечка практически. Только лейблочка. Ну, может быть так. Ну, это уже так, вкусовщина. Так вот, самое, говорит, простое, что вы можете сделать, добавить атрибут required, который, в принципе, уже многих здесь где поддерживается. И там, ну, вот здесь скрин из хрома, что типа, пожалуйста, заполните поле. А прикинь, не поддерживается? И вот чувак на Internet Explorer... Ну, понимаешь, полагаться только на вот это required, это тупым быть. Потому что вообще формы и их валидация, это одна из самых, так скажем, частых вообще... тем, которые можно делать разработчику веб-приложений. Часто каких-то. Всплывающих тем. Конечно, то есть, ну это все, это комментарии, это логинка, это там, что угодно. Поэтому валидация форм это не хрен собачьего. И надо более ответственно подходить, нежели просто надеяться на required. Потому что вот если говорить про Safari, то чуть ли не в 8-м, то есть одну версию назад еще не поддерживалось. Ну вот да. То есть реально недавно это сделали. Так вот, на самом деле есть CSS-класс valid. И он работает по умолчанию для имейлов, там, паролей и так далее. И можно сделать, что если псевдокласс valid, то покажите бэкграунд, там, ну, какую-нибудь SVG-шечку красивую, там, и так далее. Ну, вот, first name Chris, и там галочка зеленая, типа, нормально, валидируется. Mm-hmm. А имейл, я так понимаю, по умолчанию, браузер сам знает, что такое имейл-валидация. Mm-hmm. И он, если это не имейл... Ну, как... опять же, это, наверное, не везде поддерживается. Я понятия не имею по поводу поддержки браузеров. Почему-то нам сам Крис Койер не говорит. Давай попробуем на Can I Use посмотреть. Ну-ка. Где вот этот valid поддерживает? Потому что я, на самом деле, его довольно-таки первый раз слышу. Видимо, нигде. Да, invalid, valid, required. Ну, нет, на самом деле, много где поддерживается, но... Так. В Safari не до конца поддерживается. Угу. Нету какого-то нотиса. Так. Ну не знаю, в общем, странная какая-то тема. Но так в большинстве вещей поддерживается. В Firefox и Chrome там с начальных версий, с 4 и с 10 соответственно. Safari начиная с 5 на самом деле. Но вот почему-то не подписывается ничего. Ну посмотрим. Это как бы такое. Пишите в комментариях, проясните ситуацию, короче говоря. Если у вас есть инфосотка по этому поводу. Угу. Идем дальше. Можно типы валидировать. Есть здесь CodePen от какого-то Джо Эштайнкампа. Хорошо. Практически Майнкампа, простите. Но тут показано, какой тип у инпутов. Угу. Type month, week, email, телефон, search. Type number есть. И там просто step any, pattern 0-9. Ну, тут, короче, реально большое количество... дефолтных всяких валидаций. Number type, number pattern. От 0 до 9 только цифры работают. Вот 5 ни, вообще ни, никак в Safari мне ничего не показывается. Я просто чё ржу, там дальше будет гифка смешная, где Chris Core заполняет. У него там Chris Core и потом бат. И он, да, не может жопу, да, вести. Да, да, жопу не может вести, это смешно. Ну, короче говоря, я понял, что поддерживается valid, invalid. Угу. Но уведомление не появляется. Ну, в Safari. Нотис, да. Угу. Я правда не знаю, а что тогда поддерживается. Просто форма не сабмитнится. Видимо, да. Ну, охренеть теперь. Ну, короче, опять же, если хотите полное покрытие, как у Билайна. Как у кобылы. Ну или смотри-ка, а. А теперь угадайте, что из этого реклама: кобыла или Билайн. Так вот, и то надо все-таки на JavaScript все свое дерьмо писать. Потом логично. Это было бы круто. Но мы продолжаем по Крису Койеру. Можете, говорить, еще сделать так, чтобы он не пытался сделать вот этот valid-invalid, когда input еще пустой. Угу. Пусть валидация включается только когда вы непосредственно первое введение какое-то уже сделали. И говорит, ладно бы вы могли бы использовать псевдокласс empty, но он не работает. Он работает только для пэшечек и, ну, и других селекторов, у которых именно внутри есть закрывающий и открывающий. А у input'а же нет закрывающего. Ну да. Поэтому для него не работает. Но есть псевдокласс placeholder shown, ну, который, к сожалению, не поддерживается ни в IE, ни в Firefox. Но тем не менее. Кстати, вот тут он приложил ссылку на Can I Use. В Safari поддерживается. Вау, ура, супер. Но в Firefox вообще ни в какую.
И в Safari тоже только с 9. Ну, такая довольно неочевидная хрень. Но можно сделать, что если поддерживает placeholder shown, то именно правило для, так скажем, для valid, то тут супер сложный селектор, опять же. Invalid, not focus, not placeholder shown, делать розовый бэкграунд какой-нибудь, а лейбл скрывать. Или invalid, сфокусированный, не placeholder shown, показывать что-нибудь типа там снизу, допустим, class requirements, показывать, типа, должно быть там такое-то дерьмо, столько-то там символов и так далее. Ну, то есть, можно это все делать на CSS, но это все такое, довольно-таки бат, короче говоря, пытаться ввести. Лучше все на JavaScript написать, до самого конца буду советовать. Но, в принципе, говорит, можно прикольные делать валидации, почему бы и нет. Можно даже этот писать паттерн и там регулярку целую запихнуть. Mm-hmm. То есть это на самом деле, опять же, это же и делается в JavaScript. Но тем не менее. Ну и здесь он прикладывает демку, в которой все варианты собрал. И несколько ссылочек для дальнейшего чтения. В том числе статья Майкла Конжевича, какого-то поляка, видимо, судя по фамилии. И там он from Croatia, хорвата. И там он написал статью про инлайновую валидацию форм, просто про то, как это сделать. Но там практически по бабичу, на самом деле. То есть, ну, просто он... Тут у него с процентами, что если вы нормально пишете там ошибки, формы и так далее, у вас там на 22 увеличивается там, не знаю... Сантиметров? Сантиметров, да. И так далее. Поэтому тоже можно будет почитать, можно будет даже, наверное, разобрать как-нибудь это в следующий раз. Не знаю. Посмотрим, я как-нибудь себе это схороню. Вот. Куда бы мне это схоронить? Ну ладно, я оставлю здесь открытый, а мы дальше будем к социальным новостям переходить. Так, социальные новости. В общем, первая русская статья со sbub.com. Мы любим как-то на нее смотреть, но вот что-то давно не смотрели. Тут, короче говоря, раскрываются такие секреты, как оказывается, что на выдачу, на каком вы месте, ни хрена не влияет то, как про вас говорят в социальных медиа. Так называемые социальные сигналы. И представляешь, то есть чуваки ломали копья практически. И топор войны зарыли, если продолжать это все. И чувак, я вот не понимаю, только я сейчас скажу, что я не понимаю, но вот чувак из Гугла, главный, видимо, какой там известный аналитик, видимо, да, видимо, он говорит, прям русским языком, по-белому, сказал, если быть кратким, то нет, не является. Его спросили, типа, являются ли социальные вот факторы, типа, в ранжировании как-то, нет, не являются. И у меня вопрос, вот это все, статья только об этом, даже не статья, а постик такой на форуме. У меня вопрос, какого хрена, например, Google, ладно, я не говорю, там Яндекс, не напишет какой-то огромный стайл-гайд, в котором было, будет написано, что как на ранжирование влияет. Почему я должен где-то высирать там из его твиттера? Да потому что у них же это все на нейронках построено. И там алгоритм довольно непредсказуемый даже для них самих, даже для Мэтта Катца. Потому что, то есть, ну, правда, он учитывает гигантское количество факторов, и там, возможно, уже этот алгоритм, он своей жизнью живет. И там может влиять... Он уже умнее их, я думаю. Возможно, умнее, да, опять же, Мэтта Катца. Ну, правда, то есть там факторов 500 может быть. И непонятно, какой из них как сыграет. То есть смотри, давай так. Допустим, вот много тебя упоминают там в социальных сетях, да? Но это же просто люди переходят на твою страницу. То есть это тоже переход некий. То есть косвенно, конечно, косвенно. Это влияет. Но впрямую, а раньше нам с тобой, мы когда ходили на... эти, на SEO-шные курсы, то нам говорили, что когда количество вот этих плюс одинов, которые на твоей странице именно нажмут, влияет на ранжирование в Гугле. Видимо, не влияет. Видимо. То есть, ну, как бы, понятно, что косвенных очень много всяких тем, что если кто-то расшаривает, значит, кто-то переходит, значит, больше к тебе заходит, ты становишься более посещаемым и повышаешься в топе просто по трасту. Да. Но это не значит... Ну, то есть, впрямую нет, если быть кратким... Но как... это не значит, что если вас миллионы ботов размножат везде, и никто не перейдет, ни хрена с вами не будет. Ну да, вот, вот это не поможет. А если да. Это реальная движуха, реальный движняк еще никому не вредил. Хорошо, следующая тема. Изменения в обработке robots.txt. Вот такая тема. Конкуренты Google нам уже говорят. Конкуренты Google, Яндекс, так называемые конкуренты Google...
Я не знаю, наши слушатели и зрители вообще в курсе, что такое робот с текста, или они только в своих фотошопах рисуют? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знаком. Потому что мы-то сами не понаслышке знакомы. Мы расскажем. Вот купили с RobotsTXT. Да, мы расскажем вам, что в RobotsTXT теперь Яндекс, видимо, какие-то аналитические вещи проделал. Видимо, как-то посмотрел, эксперимент провел. Что оказывается, ребятки некоторые после allow в RobotsTXT не пишут ничего, но подразумевают то, что они делают все доступным для просмотра Яндекса, собственно. Вот, ну и, собственно, Гугла. А раньше allow пустота интерпретировалась как disallow звездочка, то есть disallow все. А на самом деле яндексовский вот этот вот робот, который смотрит на RobotsTXT, он-то думал, что если allow ничего не написано, то ничего и не allowить. Ну да, я это сейчас сказал. Вот, и это достаточно по программистам. То есть вот я думаю, что когда вот так написано, вот программист должен понимать, что ничего. Но, видимо, много дизайнеров пришло... Не то, что я оскорбляю кого-то, да, но они думают, что если allow двоеточие просто ничего нет, то значит и все. Это и... все. Да, это все. На самом деле нет. Поэтому... Ну, хотя user agent значит все, у нас звездочка, а allow звездочку ты поставить дурак не догадался. Да. Вот, ну, как-то это не вяжется немного. Это не вяжется. И я надеюсь, что многие люди, которые, вот знаешь, такие, не знаю даже как, такие лихие пацаны, которые написали allow и открыт, и подумали, что все закроется у них. Я надеюсь, что им это не навредит. Хотя чем это может навредить, если у них проиндексируется, в общем. Ну, просто знаешь, что самое тупое? Угу. Что disallow пустота по-прежнему расценивается как allow все. Ага. То есть, грубо говоря, у них двойные стандарты у Яндекса. Ну, в общем, странно, они мутят, но вы запомните, если вы будете RobotsTXT конкретно писать, то вы обратитесь к этой статье, просто освежите, может быть, здесь будут уже какие-то изменения. Угу. Пойдем дальше. Facebook 360. Такая хренотень. На самом деле, фанки очень статья, потому что просто про бред, что теперь можно, наконец-то, в Фейсбуке постить такие, как бы, панорамные, не панорамные, но вот 360, которые можно повернуть, видео. То есть видео у вас прям движется, что-то происходит в нем, и вы его можете ворочить туда-сюда на 360 градусов. Ну, она, между прочим, на ролике, она тоже телефон вставила в свой VR-девайс. Видимо, теперь можно на каких-то девайсах снимать такие панорамные видосы. И вот здесь вот, если ты запустишь, а ты можешь запустить, да, в прямом эфире? Что именно? Видосик чуть ниже. Так, ты прям его запусти и поворочай мышечкой. У меня unavailable in this browser. Ура! У меня на хроме ворочается мышкой. И можно смотреть в 360 градусов. У меня сразу кулера закрутились, но я не скажу, что это круто на самом деле. И это, как я понимаю, встроен какой-то фейсбучный видос. Вот без приколов. То есть, видимо, фрейм фейсбука. Потому что на нем можно лайк поставить, на нем можно расширить Facebook сразу, на нем можно в Facebook перейти, то есть здесь прям все круто. Ну я включил в Chrome, да, можно прям на 360. Можно ворочить, да. Даже на небо можно посмотреть. А в ноги, интересно, можно посмотреть или нет? Нет, там пустота. А что, это дрон был? Ну, наверное, это дрон. Видимо, да, видимо, да. Короче, они это все к чему делают? Мы все знаем, что Oculus Rift это, собственно, пацаны от Facebook. Так. А Oculus Rift это VR, очки виртуальной реальности. Virtual reality. Да, есть такие очки виртуальной реальности, там какие-то даже, по-моему, манипуляторы, так скажем, есть. Не готов Oculus. Это. Я видите, вот не помню тоже. Твоя тема. Я знаю точно, у HTC Vive есть такие две хрени. Вот, а вот у Oculus я не помню. Но, короче, они все под это делают. И, собственно, из HTC Vive, ну, то есть со всех virtual reality хреней, можно будет смотреть вот такие видосы и вау, классненько. Ну, действительно вау-классненько. В общем, фанки. Статья, как я и сказал. Facebook не прав. Следующее. Немножко продолжая эту тему, пацаны из Facebook, я сейчас даже зачитаю. Кстати, у нее здесь в самом низу Samsung, и у нее это самсунговская хрена. А, ну она самсунговская хрена. Ну, почему бы нет? В общем, а почему они свою-то не пропиарили? Они же что, зря Oculus покупали? Потому что, возможно, еще Oculus не продают. Я не знаю. Не знаю, ну, ладно. Хрен его знает. Короче, Facebook не прав, да. Следующая хрень, что чувак обсирает пацанов из Facebook. Каким образом? Он говорит, что Никола Медельсон, это один из чуваков, который возглавляет фейсбучные операции в Европе, там, Middle East and Africa, то есть один из крутых чуваков, там, из верхушки Facebook, он сказал как-то на конференции, что, чуваки, все
будущее за мобилами и все будущее за видосами. И что у нас все будет в видосах. Ну, примерно так. И чувак как бы его оспаривает, между прочим. Ну, он, я не знаю, он, видимо, как-то это... Он познал... По детям, он еще в виде Мадзи это все рассказывал. Он, да-да. А вот чувак, который статью написал, он что говорит? Вообще-то, ни хрена не так. Он говорит, что всегда самое простое, самое flexible, самая дискретная единица — это все-таки текст. Нифига видосы не крутят. Вот именно мозг человека, он лучше распознает текст. Мы его хоть как можем представить. Мы можем этот текст, блин, захреначить хоть в видос. Мы можем текст в любой контейнер поместить. Нам не обязательно для этого что-то там квадратное, да? Как видео, например. Все-таки это более гибкая единица, вот этот вот текст, как вот подавать информацию. Все-таки текст рулит. Поэтому то, что там чувак сказал, Мидельсон, не Мидельсон, вальс, возможно, он придумает дальше, то есть мы не знаем. Но текст все-таки рулит. Ну, чувак, не сильно он много фактов, никаких, я так понимаю, каких-то глубоких исследований здесь есть, а может и нету никаких исследований, да. Но он говорит, что текст все-таки рулит. Ну, я тебе так скажу, давай подумаем просто головой. Письменность же точно раньше изобрели, чем конечно, видео. Конечно. Хотя видео мы всегда видели в жизни. Но это не было видео, это было реальность. Это житуха. И как бы, ну, а в житухе уже был текст изначально. Да. Вначале было слово, напоминаю, слово было Бог. Бог, да. Поэтому... Короче, напишите в комментариях, как вы к этому относитесь и вообще... клиповое сознание. Вначале было видео, а на видео были котики. Я не знаю. И сиськи. Да. Можно переходить к такому... Можно назвать архаическому такому разделу WordPress? Рудиментарному. Да. Он как бы есть... Как мизинец у человека. Он скоро отомрет. На ноге, да. Да, возможно, скоро отомрет, но пока не отмирает. Начинаются новости с фронтов разработки WordPress 4.6. Представляешь, там войны. Идут, стреляют. Копья ломают, как ты сказал. Battlefield 1. Вот. И проект Shiny Updates опрувнут для интеграции в ядро. Да ну нахрен. Да, это хреновина, которая позволяет без базара обновлять плагины и темки. О, это, кстати, классная тема. Без, вот. Да, без перехода на отдельную... Без, да. Без перехода на отдельную страничку, где там... Плагин скачан по такому-то адресу, распаковываем, устанавливаем, активируем. Вот без всего этого, чтобы вот была только кнопочка и хоп, и обновилась. Это точно рудиментарная хрень была, переход на... Ну да, но их очень много таких. И мы сейчас об этом поговорим в следующей новости, про рудиментарные вещи в WordPress. Так. Но на самом деле не все у них там будет внедрено, часть еще типа недоработана. И Константин Обенланд, который проект-лидер WordPress 4.6, он пишет как бы это. Mm-hmm. Хотя нет, он проект-лидер Shiny Updates. Mm-hmm. Все еще модалки будут на страницах именно... Сейчас я посмотрю, на каких. На плагин PHP, на плагин install PHP, import... Ну, короче, на некоторых... картинках все еще, ой, на некоторых страницах все еще не допилен функционал, угу. Поэтому этот рудимент будет сохраняться. Ну, представляешь, вот со страницы Update Core, когда ты просто заходишь на страницу все апдейты WordPress, угу. И там снизу у тебя темы обновленные, плагины, перевод, и ты все по очереди выделяешь и обновить. Вот там еще нету функционала, что там красивенько что-нибудь закрутится. Там, видимо, сложно. Ну, видимо, да. Видимо, там просто это целое дело, надо доделывать. А у них уже дедлайн там практически через неделю. Да, до 20... Когда? Да, уже практически к среде им надо это все доделать, потому что до среды дедлайн, потому что потом уже через 2 недели бета должна быть. Видимо, новый спринт уже будет. Ну да, 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 уже именно бета WordPress 4.6 должна быть. Поэтому на страницах, где просто обновление плагинов, там все это будет работать. А вот именно из того Update Core там по-прежнему нет, потому что... Update Core! Да. Но там, вспомни, там список. С галочкой. Да, да, да. То есть там совсем другой экспириенс, и там все еще будет вот этот вот редирект. Там еще и надо user experience посмотреть, как интерфейс на это, да, будет там, выглядеть. Там, да. Целое дело. Там это прорабатывать, и они, возможно, будут предлагать вообще для всего, и переводы обновлять там, и все вот это. Следующий пост, здесь же на WP-таверне, это новая идея фичи для WordPress'а. Добавить поддержку OEmbed в комментарии. Ну-ка.
чтобы ты понимал, OMBED это когда ты, это когда. Вот я помню, нас в школе учили, вот не надо так, не может быть определение начинаться со слов «это когда», короче, вы там вот это. Но вот я здесь говорю, именно так. Это когда? OMBED это когда ты берешь ссылку, вставляешь ее, а она хоп, сразу в видос ютубный превращается. Ну да, мы знаем, это очень удобно. Вот, и он говорит, Джефф говорит, почему бы не добавить это в комменты? Это когда в комменте такая хрень? Когда ты в коммент добавляешь ссылку, жмешь опубликовать, и там хоп, видос, как в дискас в комментариях. Например. Так, ну и а в чем проблема, почему сразу не добавили, блин? Ну блин, вот я тебе и говорю, они бы сначала просто комментарии доделали и сделали нормально. Там сейчас тоже на самом деле вордпрессовские дефолтные комментарии жутко рудиментарные. Которые у нас на сайте. Да, мы теперь как никто понимаем это, потому что они у нас на сайте, и там надо будет доделывать. Я думаю, я буду прям отдельный... плагин UWebDesign Comments сделать, как у нас там UWebDesign Shortcodes и UWebDesign Widgets. Угу. Ну просто потому что это ни в какую, нельзя уже так жить. Там настолько много не хватает вещей, угу. Типа аяксовой отправки комментариев, опять же валидации. Там вообще просто до свидос, все хреново. Мы хотели на, как на Craigslist, чтобы все просто было. Оно будет просто, но с UX. Хорошо. Как с простенько, но со вкусом, но простенько, но с UX. Отлично. Потому что если дефолтную контакт Form 7 вспомнить, там тоже все на jQuery анимациях сделано, и когда ты жмешь, там уведомление вот так вот из одного там, хоп, вот так расширяется, просто зеленой рамкой обведено и дефолтным sans-serif шрифтом написано. Угу. Оно как бы тоже просто, но хотя бы есть. Поэтому прежде чем OMBED в комментарии добавлять, надо бы задуматься просто о том, чтобы комментарии переобдумать. Но вообще... нужно еще подумать, как быть с теми комментариями, где древовидный, и там, знаешь, уже четвертый уровень вложенности, uh-huh. И там ютубный видос, он такой маленький будет уже, и как бы там все равно, что это ссылка, что это ютубный видос, но, в общем, есть некоторые сложности с этим. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ну да. Но мы комментариями будем прям отдельно заниматься на нашем сайте, потому что это так жить нельзя. Раздел научпоп. Так. И прикинь, что в научпопе? Не про ракеты сегодня. Так что все Илоны Маски сейчас расходятся. А... хотя бы снимают скафандры. Да. И надевают химзащиту, потому что ГМО-бактерии. Конечно, потому что ГМО-бактерии превратили в размножающиеся носители памяти. Ух ты. И, собственно, здесь такой, ну вот это как бы тайтл был, а вот небольшой такой дескрипшн. Ученые записали в геном кишечной палочки 100 байт данных, а потом прочли их в ДНК ее потомков. Собственно, можно больше ничего не читать. Охрененный description. Ученые реально смогли записать 100 байт в геном кишечной палочки. Вот без прикол. И как ты понимаешь, что геном кишечной палочки, он ни хрена не как там грузовик. Он маленький. Очень маленький. Я именно как грузовик и представлял, если честно, до того, как ты мне сказал. Вот. И, собственно, ученые все больше и больше... ищут эффективные технологии записи и хранения данных. Поэтому куда только, блин, не запишут. И они просто не представляю, чем пишут-то. Чем пишут? Они скрещивают там хрен чё с хрен чем, и получается информацию вводят. А, то есть они математически как-то скрещивают, чтобы там хромосомы в нужном порядке стояли, нолики и единички. Да, реже. Ученые пытаются внести информацию прямо в живую клетку. И пока что рекорд составлял лишь 11 байт данных. Ну, 11 байт это сколько? Сколько там символов-то можем, получается, за... Не надо, 11 этих, не надо этих каверзных вопросов. Во второй, 2 в 11? Или в какой? Не знаю. Да. Лишь недавно команда генетика Сета Шипмана из Гарварда... Шипмана это ты его оскорбил, как шимпанзе уже. А Шипмана это он... это он нормальный. Корабельный чувак. Да. Из Гарвардского университета удалось увеличить это число на порядок. В экспериментах, которые описаны в статье, и ссылка на статью, опубликованную в журнале Science, авторы показали, что запись передается потомкам вместе с остальным генотипом. То есть, возможно, можно потомкам будет потом передавать. Ну да. Это, в принципе, может быть пароль или короткое стихотворение. Ученым удалось сохранить и размножить около 100 байт. Ну такая, в общем, кому интересно, почитайте поподробнее. Но, походу, мы движемся к такому досвидосу, что скоро будем кодироваться. У тебя вот когда будет кишечная палочка, тебе закодируют туда в ней что-нибудь. Не, ну это просто именно другие носители памяти, но это все пока настолько фантастика. Ты имеешь что... в виду, вместо флешки уже будет просто сперматозоид? Да, 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 скорее всего. Представь, высохнет, и все фотки из Анапы улетят. Придется его освежить, обновить. Да. Следующая, короче, очень крутая статья, просто приготовьтесь. Искусственные нейронные сети простыми словами. Одна из наших громких тем.
И я даже не знаю, как мне это все охватить, потому что чувак просто охренел. Он, возможно, сидел где-нибудь на скучной матеше и это придумывал. Потому что очень круто, но это реально. Причем еще пост из песочницы. Он так хотел на Geek Times, что готов был прям такое написать. Предисловие небольшое. Когда за бутылкой пива я заводил разговор о нейронных сетях, люди обычно начинали боязливо на меня смотреть, грустнели, иногда у них начинался дергаться глаз, начинал дергаться, а в крайних случаях они залезали под стол. Вот, возможно, наши слушатели сейчас все это сделали, мы за бутылкой подкаста им это рассказываем. Неплохо. И, собственно, о чем прикол? Он говорит, вот как вообще понять? Все же пугаются, что такое нейронная сеть, как вообще, что? А он рассказывает. Допустим, как же он говорит-то? А на самом деле сети настолько интуитивны, что их можно рассмотреть как вот как знание о девушке. Да? Допустим, я знаю о девушке две вещи. Симпатична она мне или нет? А также есть ли о чем с ней поговорить? Вот две вещи он знает, значит. И можно этим оперировать. Я просто своими словами расскажу, чтобы здесь вот это все не зачитать. Да охренеть, чё? Мы можем рассуждать, вот, допустим, насколько нам приоритетна харизма, то есть внешность, да? Насколько она не handsome, а handsome это мужики. Да, beautiful. Насколько она beautiful, да, и насколько она базарит, болтливость. И, допустим, для нас важнее, чтобы она была более красива, пусть она будет, ну, не болтлива, там, вообще не разговаривает, да? А нам важна харизма. И вот именно вот, вот этот нейрон, который вот отвечает за этот выбор, это и будет вот составляющая нейронной сети. То есть тот это самый... практически предикат. Предикат, если говорить. Да, тот самый предикат, который отвечает. Мы полегче объяснили. Такая вот эта хрень, да, которая отвечает за то, что когда вы выбираете между харизмой и болтливостью и все-таки увеличиваете вот этот порог, что для вас важнее, вот это и будет нейрон. И как только нейрон как бы единичка, а не нолик, вы сразу становитесь влюблены. То есть мы все-таки нейрон что-то решает. Вот, и, допустим, для вас там болтливость это важно, харизма менее важно, и нейрон говорит, да, вы влюблены. Вот он так говорит. И вот есть вот, собственно, вот этот вот графичик, который зона влюбленности показывает. И вот, вот есть обычная зона, которая вам похрену. И есть зона влюбленности, когда она там и в меру болтливая, и в меру красива. Идем дальше. Он говорит, ну, не так все просто. Смешно, он говорит, в принципе, для многих наука жизни заканчивается на этом уровне, но да. Ведь эта история не про нас, верно? Да, не про нас. Он очень круто здесь рассказывает, что он пишет, что есть вот некий порог, вот этот порог, который есть нейрон. То есть он может быть очень квадратным, вот, ну, как мы знаем, пороги в электронике. Да, такой как бы очень квадратный порог, а может быть такой гибкий. И он говорит здесь, кстати, о пороге есть под катом такая хрень. Смешно. Но параметр влюбчивости называется порогом возбуждения. Ух ты. Но дабы эта статья не получила рейтинг 18+, давайте договоримся говорить просто порог. Угу. Вот, он шутит шутки. И он дальше рассказывает, значит. Вот какие есть пороги. Есть максималист. Если мы выбираем просто, блин, либо она говорит, блин, либо она красивая, значит, я сразу люблю ее, короче. Да. Есть такой прямолинейный чувак, взвешенная сумма, да? Это просто, ну, просто стремление там. К желаемому. Есть мудрец, как бы взвешенная. Ну ладно, она не очень сильно говорит, но зато нормально там что-нибудь у нее все хорошо там у нее. Она хэнсом опять же. Она бьюти, да? Вот. И здесь есть графичек такой, градиентик такой. Из обычной зоны в зону влюбленности. Но то это есть, уже мудрец. Это мудрец, да, это мудрец, базара нет. И тут он начинает, короче, рассуждать. Ну давай, короче, подумаем. Давай, допустим, кроме харизмы и болтливости введем бабки. Ух ты. В принципе, еще мы введем не только влюблен, да, но еще и сотрудничество введем. То есть я хочу нанять на работу девушку. Не то, чтобы просто с ней влюбиться в нее, но еще и нанять на работу. Это уже будет другой нейрон за это отвечать. Я буду рассматривать там, мне больше будет интересна болтливость, да, чем, ну и харизма тоже, да. И деньги мне, в принципе, пофигу в сотрудничестве как. Он тоже говорит, не влияют, да. Влюблен, ну, допустим, прикольно, что у нее много бабла. В принципе, прикольно. Вот. А почему прикольно? Потому что это может косвенно влиять на харизму. То есть, точнее, да, на то, что она там такая лакшери выглядит, как мы это любим говорить. Вот. Почему бы нет? Тоже на влюблен влияет. И все это рассматривается в двух нейронах. За сотрудничество и за влюбленность. Которая, опять же, определяет. Дальше он идет. Он причем это кидает. Давай дальше пойдем. Окей. Мы будем думать про путешествие. Ему прикольно причем, что
у женщины, у девушки меньше бабла. Ну, не то, что меньше, а мало бабла. Желательно, чтобы вообще не хватало. Это прикольно, в путешествиях добавляет такой остринки, он говорит. И прикольно, короче, но он говорит, а что если рассуждать, что чем меньше бабла, тем мне круче путешествовать с ней. Но это как бы бред, поэтому давайте все не будем мерить вот просто такими обычными мерами, больше-меньше, да? Нам надо вести такую штуку, которая ни мало ни много, вот такую хрень. И он здесь начинает просто уже вообще там космоса заходить. Он начинает вот этот вот нейрон и то, и другое делать. Или не то, не другое. XOR, так называемый, который у нас в программировании есть. И если, допустим, ну и то, и другое, она и богата, и умна, мы, допустим, засчитываем. Или она там не то, не другое, не богата, не умна, тоже засчитываем. То есть тут нейрон на нейроне уже пошел, нейронная сеть реально поперла. Короче, я даже не знаю, на чем здесь остановить. Короче, он просто здесь очень круто все описывает. Просто почитайте статью, ну реально, охрененно. Подожди, я вот могу сейчас выявить из ни то, ни другое, что минус на минус дает плюс. Да, на самом деле, минус на минус дает плюс, без приколов. То есть, она в принципе не умна и не богата, почему бы нет, да? Тоже женюсь. Да, там смешно. Вот. В общем, очень крутая статья, почитайте, чувак. Чувак еще причем думает, на Geek Times ему лучше или на Хабре такой. У меня думает. Тоже на самом деле, да, ты про электронику тут сказал, про пороги, про меандр вот этот, который ступеньками двигается. Мне это напомнило действительно триггеры на транзисторах. Но тут написано, в отличие от транзисторов, бескомпромиссной логики типичного программиста, если то, нейронная сеть умеет принимать взвешенные решения. Их результаты будут плавно меняться при плавном изменении входных параметров. Вот она мудрость. Видишь, то есть она умнее, чем обычная машина, единичка или нолик. То есть нейронная сеть — это все-таки мозг уже. Ну тут уже, мне это напоминает графики амплитудно-частотных характеристик. Да. Там они тут плавненькие, чуть-чуть меняешь, оно сдвигается. Там, то есть тумблерочек, если покрутить? Да, да. То есть в нашей жизни главное — это тумблерочек покрутить. А там уже стерпится, слюбится. Да. Следующая, последняя тема из научпопа. А, собственно, нет, это никак не относится, хотел сказать, к первой теме относится из научпопа. Нет, это про жрачку. Мы вот тут начали в научпопе говорить про жрачку и про ГМО. И людей даже заинтересовало, был некий отклик, что там, да я все равно не доверяю ГМО, там, Ну, это такая популистическая тема, сейчас прям об этом говорят. И в Госдуме, прикинь, скорее всего, полностью запретят ГМО. Потому что уже в первом чтении, в апреле 2015 года, Госдума РФ единогласно приняла в первом чтении законопроект о полном запрете использования ГМО. Я напоминаю, ГМО — это генномодифицированные организмы. Это когда хрень генами прям. Вот вам огурец сделают большой, если вы любите большие огурцы. Я просто сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле, как мы знаем. Да? Просто видишь, год назад, когда единогласно приняли законопроект, очень сильно была напряженность в научном сообществе. И после критики, казалось бы, заглохло все, но нет, Госдума все-таки вернулась к обсуждению во втором чтении. И там есть поправки, но ты тут дальше нам расскажешь. Да, тут, да, поправки — это хрен с ним, на самом деле, не расскажу, потому что особо я не внедрялся. Ну, в общем, я так понимаю, поправки все, чтобы вот все это не обошли. То есть, железно, ГМО от меня, штраф до 500 000 000 рубасов. Ну, мне кажется, заработать больше можно, чем полмиллиона. Спокойно, я думаю, одна китайская теплица делает таких 500 000 рубасов несколько раз. Да, вот да. Поэтому, возможно, конечно, этот 500 000 рубасов на один огурец, тогда да, но фиг его знает. В общем, посмотрим, как это будет. Самое главное, что здесь 627 комментариев. Для Geek Times это вообще рекорд. Да. Потому что здесь есть самые читаемые. И там вот одна из самых читаемых — Илон Маск прокомментирует ситуацию с плавающей по огромной луже Tesla Model S. И там вот 169 комментов, а тут аж 627. Да, ну видимо любят, во-первых, то, что у нас Госдума принимает, любят. Я думаю, там в комментах хорошо идет. В США в 2015 году генетически модифицированные культуры составили 99% собранного урожая сахарной свеклы. Ну это мы помним. 94 соевых бобов, 94 хлопка, 92 кормовой кукурузы. Короче говоря, в США сильно злоупотребляют, что бы ни говорили, но они любят ГМО. То есть конкретно, конечно, не люди жрать любят, а бизнесмены. Потому что все-таки это бабло, все-таки не надо париться, можно вырастить охрененные огурцы на брезентовом поле опять же. Вот да, и даже там они взрастут, будут плодоносить, до свидос. Даже не надо будет укрывным материалом на кровать ездить. Ну что, переходим к темам, к подкасту? Да. Вы нам предложили, как всегда, много тем.
когда мы вернемся к модулю комментарии на сайте, здесь в скобках будет написано, сколько их. Да. Но я думаю, порядка 50. По крайней мере, 51, кажется, было. Ну, молодцы. Немножко выдыхаются, но мы к этому идем, чтобы нам было 3 отборных статьи лучших, и мы их просто рассматривали, и все. Да. Миша нам пишет. Сейчас очень сильно, как бы это сказать, да. Трясет фронтенд. Трясет фронтенд, да, прям. Каждую секундочку какой-нибудь умный, на самом деле нет. Хрен пишет новый плагин для своей сборки. Неплохо было побольше уделять этим темам. Это нам он имеет в виду, что ли? Возможно. Мне, например, интересно было бы услышать про пост CSS. В чем плюсы, в чем минусы? Зачем мне это вообще? Для чего я живу? Или еще недавно коснулся проблемы верстки с SVG. Как правильно все это инклюдить на страницу? Как это делают нормальные пацаны с символами? B64, UTF, спрайтами, inline SVG? Вообще, чувак философские вопросы задает, это первое. А второе, мы про пост CSS, насколько я помню, что-то говорили. Про пост CSS мы 100 раз говорили, у нас даже были беседы у экрана отдельно про пост CSS. Я боюсь, что если мы каждый раз будем говорить про пост CSS, про нас неправильно поймут. Подумают, что мы вейперы. Да, да. Нет, на самом деле, я после эфира, я почему-то, не знаю, почему сказал, что мы ответим в эфире, надо просто приложить ссылку на тот самый пост, это первое. Угу. А второе, про работу с SVG у нас есть 2 видоса, один из них ровно вот про это. Один из них уже там 30 тысяч просмотров, наверное, набрал. Ну, это да, это про SVG анимации, но здесь нет, есть именно про SVG спрайт, и там полностью ответ на этот вопрос. Да, поэтому смотри канал, чувак. Ну, как дальше жить? Да. Смотреть канал, блин. Да, да, я оставлю здесь ссылки. Анна нам дала 2 ссылки, я даже их посмотрел. И чё, круть, нет? Вторую на самом деле, вторую мы и обсудим. И это и есть твоя тема. А, ну да. В НАСА выпустили серию плакатов для приглашения людей в команду по освоению Марса, прикинь. И плакаты, на самом деле, для наших зрителей, слушателей, точнее, зрителей-то и так видят, выглядят недурно, одним словом. И даже каждый плакат нас не то чтобы сильно приглашает в НАСА, потому что только последний плакат говорит «We need you». Они использовали вот этот вот указательный палец, чтобы нам показать, что именно ты хочешь. Как там, это же Сэм нас приглашает к себе. Там, ну, дядя Сэм изначально, да-да-да. Вот, а здесь НАСА конкретно. У меня почему-то, я когда жму full screen, не открываются постеры. Меня подводит сайт dirty.ru. У меня тоже, то есть это какая-то галерейка кривая, видимо. Да, ну можно как бы так видеть на миниатюрках. Там фермеры как раз нужны. Как раз все ГМО-фермеры на Марс улетят. Да. На брезентовом поле сажать. Ну и много, и учителя нужны. И техники, конечно же. А где учителя? Ну, teach on Mars, как я понимаю. То есть они что-то... А, да, в натуре, то есть что-то будешь преподавать. Нет, там самое еще смешное, что... Work on the night shift on Mars Moon. Работать в ночную. Марсовых спутников. Пахать в ночную, как бы там, возможно... Я сейчас опять же боюсь сказать, нас любят очень сильно поправлять. Возможно, там ночь... Много. Там больше, чем... Там дня нету вообще. Да, там вообще ничего нету. Я боюсь сейчас. Там какая-нибудь гравитация такая, что ты можешь подпрыгнуть. И еще и ты там можешь не спать. Там бред. Да, то есть они немножко с юмором подошли, но еще очень круто нарисовали. Достаточно. Ты мне скажи, что у них в шлемах отражается? Вот где we need you? Что это у него в шлеме? Ну-ка. Как будто какая-то тоже земля. Я опять же увеличить не могу, но я не знаю, что... Я приблизил, там какой-то просто горизонт, что ли, что-то вот непонятное совсем. И там, где фермеры нужны, там тоже просто горизонт какой-то. Непонятно, какого хрена, но прикольно. Кстати, здесь написано, что постеры еще в 2009 году были представлены, а только сейчас стали доступны для широкой аудитории. Ну, они такие достаточно тоже олдскульные, поэтому раз прошло 7 лет. Ну, да не просто из-за этого, а потому что тематика такая, практически научпоп, ретропанк. Да. Ретропанк, я не знаю, есть такое слово или нет, стимпанк. Ну, если сейчас придумали, то круто. Можно. Да. Неумолимо говорят нам, а давайте взломаем ваш сайт прямо в эфире. Ты пишешь, что не получится, неумолимо. Да. Идем дальше. Че? Campus Boy. Campus Boy пишет, что MutaRent устанавливает Bitcoin in mining software. И ты говоришь. И, во-первых, реально по ссылке 404. А Баян дикий. И Баян дикий, мы же с тобой это обсуждали еще, когда я в старой квартире жил. Было, да. Какого хрена, непонятно. Какой цвет является самым уродливым в мире? Оно прям попало. Не из тем слушателей в наш подкаст. Не потому что я украл, а потому что нам ее еще хрен где предложили на ВК. Но вообще-то спасибо, что предлагаете. То, что совпало, это даже круто. Это прям, я даже знаю, как когда в киндере попалась та фигурка, которую ты хотел. Да, да.
Не сильно прям тема, но так возможно поржать. Ну это баян же, нет? Да, 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 да. Это баян, и это еще и, к сожалению, типа реклама. Ну, видели, прикольно, короче. Ну, идем вот дальше. Да. 10 плюс лучших текстовых редакторов для программирования. Там всякая попса, типа Sublime, Brackets. Даже нету JetBrains'овских PHP Storm, поэтому в топку. Такое обсуждать — это смешно. Хотя на livecoding.tv. На модном ресурсе нынче. Ну, вот такой он и модный, что там говно какое-то написано. Ну, все равно спасибо. То есть, на самом деле, люди, которые читают наши комментарии, они могут даже что-то подчерпнуть для себя. Да, я у некоторых здесь и написал, что типа, ну, пусть люди почитают. Мы как бы не будем обсуждать, но люди пусть почитают. Да, потому что если мы все будем обсуждать, у меня и так задница вспотела. Поддерживаю, поддерживаю, да. Синковский неумолимо дальше предлагает: автоматизация разработки ПО. Сможет ли программист превратиться в оператора ЭВМ? Мы обсудим через неделю. Там достаточно сильный лонгрид, но он философский и крутой. Ты имеешь в виду, мы господина Синковского заставим ждать целый выпуск? Он сейчас такой думает: блин, сейчас чуваки будут. Да, он, возможно, вот мы записываем какой день недели? В понедельник, да? Я уже спутался чуть-чуть. И он во вторник такой вечером видит: блин, подкаст появился на канале, тапочки, надевает халатик домашний. Такой: сейчас мою тему. И мы в конце говорим: обсудим через неделю. Фак! Да, хотя на самом деле ему уже прилетел нотис, наверное, по почте. Что типа вам ответили. Хотя, я, если честно, даже не знаю, у нас сейчас приходят нотисы вообще или нет о комментах. Это тоже надо будет делать. Да, но я такое уже делал, это несложно. Так, идем дальше. Обсудите, пожалуйста, о преимуществах и недостатках Node.js. Ой, у нас был громкий подкаст. Мы там рок-звезды были. PHP, VS, Node.js. Я его и приложил здесь в комментах. Но на самом деле не согласовано предложение у него, если говорить филологически. Обсудите, пожалуйста, о преимуществах и недостатках. Так, нет, обсудите преимущества и недостатки уж тогда. Ну да. Поговорите за Node.js практически. Да. Про API Инстаграма тут анончик с 2ча уже давно расписал, что и как получать. Осторожно, там not safe for work на пике вов посте. Короче говоря, ребята посмотрят, кому интересно. Вот я это имел в виду, потому что там на самом деле, ну, такое супер практическое. Я зашел за Not Safe for Work, действительно. Там нормально, я тоже заходил. Ладно, идем дальше. Александро нам пишет: почему прокрастинаторы прокрастинируют? Откладывают дела на потом, и как побороть прокрастинацию? Очень много R. Я прям... Хорошо, что не я читаю. Александро, ну... Я ему написал: очень пространно, конкретики бы. Но вообще наверняка обсуждали в каких-то беседах у экрана. Я просто, мне кажется, обсуждали. Были какие-то... Я ему дал прям весь плейлист. Пусть поищет. Да просто, блин, ты представляешь, сколько уже сказано этого всего про прокрастинацию? Я просто боюсь, если честно, вот если взять сейчас в интернете, загуглить, да, как справиться вот с этим дерьмом, ты просто... То есть они справляются чаще, чем с импотенцией, возможно. Конечно, конечно. Ты погрязнешь и еще больше будешь прокрастинировать. Это страшно. Поэтому... Лучше не гуглить, лучше делать нахрен. Кстати, хорошее, да. Знаешь, что... Игорь Ял нам пишет. Знаешь, что цвет фона записи у себя на сайтеце? Практически на сайтеце. На сайтеце. А, точно, на сайтеце. Практически на сайтецком. Вы выбираете доминирующим цветом, который определяет библиотека Color Thief. Тут букву Е пропустил, чувак. Интересно, у него есть edit или нет у его собственных комментов, как у меня у всех? Хороший вопрос. Опять же, будем заниматься комментариями. Мне прям хочется, чтобы все было круто. Так что тема может быть интересна. Но самое главное, видели прикольно. Нам ее неделю назад эту новость предлагали уже. Да. Ссылки против иконок нам Коко-Локо-Моко предлагает. Посложнее, пожалуйста, напишите свои ники, чтобы мы хрен выговорили. Да, обсудим через неделю, тоже прям реально там прикольно. Хотя уже было все сказано, но там прям вот жирную точку поставим, как я и написал. Так. Артем Исаев нам пишет: интересная тема, возможно, захотите обсудить. Глянем, спасибо. А мы, собственно, и захотели обсудить. Да. В будущее браузеров и искусственный интеллект. Продолжаем про нейронные сети. Дзен в Яндекс.Браузер. Давай. Мы с тобой, Никита, в подкасте в этом обсуждали, я не помню, может быть, даже уже больше года назад, что вышло приложение Яндекс.Дзен. Вышло. И там было не приложение, а именно сайт, и он на телефоне именно работал. Я еще знаю, помню про Дзен, был сайт там, где про... Русдзен, да, цены на нефть, да, помню. Но там именно было, когда ты с телефона заходишь на Дзен, собака Яндекс, собака, точка Яндекс, точка ру, там была лента, типа, из того, что тебе может понравиться у провайдеров новостных.
Вот теперь этот функционал добавили в Яндекс.Браузер. Ну охренеть можно. На Windows, Android и iOS. А это вообще насколько полезная хрень или нет? Вообще можно этим пользоваться? Ну это прикольно, именно прикольно. Это прям лента, которая... У них там целая нейронка. Угу. То есть это не какой-то дерьмовый алгоритм, который если ты одну статью на лайфхакере залайкал, он тебе просто лайфхакер весь подсовывает. Там прям целое дело. Я сейчас попробую рассказать. Я читал эту статью. То есть там еще что-то длинное про это. Там целый алгоритм. И там довольно длинное. Это как раз пост Яндекса на Хабре. То есть они сами написали. Давай, давай. Прикольно. Тут тоже будет как девушка, там не девушка. Почти. Тут будет как девушка, чем что смотрит, чем пользуется и что ей будет советовать. Так. Так вот. И на самом деле, говорит, рекомендация это ни хрена не ново. Это в любой нише было. Но, в принципе, рекомендации обычно, говорит, дерьмово сделаны. Так вот, Дзен — это, говорит, бесконечная лента контента. Почему на macOS нету, непонятно. Почему только на Винде, Android и iOS? Не то чтобы я хотел этого попробовать, но просто как-то тупо. Так вот, лента формируется, исходя из интересов конкретного человека. Почему теперь это встроено в браузер, а не отдельно на сайтецком? Так. Потому что он историю твоего браузера использует для того, чтобы формировать всю эту хрень. Ну, логично. И на самом деле Кукуц, Роман Иванов, написал в блоге Яндекса вообще, почему с точки зрения идеологии продуктовой стратегии это нужно делать. А здесь на Хабре они пишут все-таки про технологии, которые стоят behind вот этой хрени. Мне интересно, Бобок приложил лапу к этому алгоритму? Не знаю, пишите в комментариях, если вы Бобок, или если вы знаете, приложил... Или вы Кукуц, может быть. Да, может быть, ну, или если вы знаете, да, приложил он свою лапу к этому или нет, толстую. Ну так вот, да, внимательный читатель может вспомнить, что первые эксперименты проводились еще в 2015 году, да, мы внимательные читатели. Но вот так работает у них хрень, факторы есть, потом это все уйдет в MatrixNet, это их собственная нейронка яндексовская, и потом в Дзен. В зависимости от того, что вы... там просматриваете, это все идет в обратную связь и меняет факторы, которые дальше опять грузятся в MatrixNet. SkyNet практически. Да, так вот, с чего начинаются рекомендации, как родина? То есть с картинки в твоем букваре. Но на самом деле с того, что изначально, если у вас есть хоть какая-то посещаемость в браузере, то уже может сформироваться какая-то базовая лента, которая потом будет прогрессировать как рак. Так. Но если нет, то вам предложат выбрать категории, которые вам нравятся. Точнее, не категории, а именно источники. Uh-huh. То есть, просто чтобы было что начать. Just a quick start. И на самом деле это все такое. Онбординг это вот это приветствие, так скажем, посадочная страница. Это не обязательно этап начальных настроек, а лишь резервный вариант для тех, кому точно нечего предложить. Видимо, и такие люди бывают. Ну так вот, поэтому... определяется вот так вот. Самое главное, что здесь не будет какого-то узкого пула источников, в которые еще хрен попадешь, чтобы вот Яндекс оттуда брал. Он будет все RSS-ленты анализировать, которые, видимо, подключены в Яндекс Вебмастер или проиндексированы Яндексом. В том числе качественные истории с форумов и ролики с YouTube. Подожди, а мне интересно, социальные сети будут учитывать вот там ВКонтакте такие? Ну, как? Вот вряд ли. Возможно, все-таки ролики с YouTube только и популярные качественные истории с форумов. Я не знаю, правда. Может быть, потом и длиннопосты с Фейсбука тоже будут. Угу. Но твиты вряд ли будут, это как бы, ну, их сложно классифицировать. Ну, легко, знаешь что? Вот если у пользователя открыты какие-нибудь там паблики, они в любом случае открыты, спалить, что он читает и выдавать. И просто сайты этих пабликов показывают. Да? Ну, вот, да. Здесь нам небольшой ликбез про виды рекомендательных систем. И что есть базовые, которые на каких-то тегах ориентированы. Uh-huh. И здесь приведен пример Netflix. Что типа у Netflix на самом деле жанров от нескольких сотен до десятков тысяч. И там очень узкие жанры, типа культовые ужастики со злыми детьми. Ну конечно, да. То есть и это подковерные жанры, которые мы не видим, но на самом деле там все вот по таким рекомендациям работает. У нас, говорит, нет никаких жанров, но есть метки. Uh-huh. Ну и кроме этого, у них есть NLP плюс CV. Две технологии, которые включают в себя их MatrixNet. Uh-huh. NLP это Natural Language Processing, не нейролингвистическое программирование, как мог подумать внимательный читатель. То есть обработка естественного языка. Это обработка текста, именно текста. Uh-huh. И компьютерное зрение, computer vision,
Это для анализа картинок используется. Так вот, эти две технологии из глобального веб-индекса анализируют контент и выдают инфу в технологию диска. А технология диска — это уже интерфейс между юзером и, ну и, собственно, технологиями, то есть и самой нейронкой. Поэтому, грубо говоря, у нас, у них, нас, я что-то уже вжился в Яндекс, идет присвоение меток автоматическое для любого текста и для любых картинок. И, грубо говоря, если вот вы читаете статьи, у которых там тексту присвоена метка, там, я не знаю, нёрд. Допустим. Или там, я не знаю, романтик. Так. И картинки с метками романтик лав, то другие статьи на других сайтах абсолютно без привязки к сайту. Ну нет, там будет метка Geek Times. Но это просто всего лишь будет одна из меток, которая как бы будет влиять не так сильно, как непосредственно то, что анализируется и текст, и картинки. Охренеть. Вот такая вот хрень, поэтому... Блин, ну они, то есть, пацаны это делают, программируют в Яндексе. Там, то есть, у них именно супер алгоритмы, у них ноу-хау. Я просто, знаешь что, блин, вот тут маркетологически бы как-нибудь это подать. То есть, ну что Дзен, ну что в Яндекс.Браузере? Нет, я понимаю, все. Для этого есть статья Кукуца. Видимо, Кукуц должен быть. Там, возможно, на Мегамозге она. Его, правда, закрыли, но на каком-то аналоге. Нет, там на Яндекс.Ру. Понятно. Ну и тут, если да, продолжить, то есть некие аппроксимации. Вот как Свете, Маше, Васе, Пете и Кате нравились фильмы. И они могут предположить и собрать, и посмотреть, понравится ли Васе Дэдпул, исходя из его оценок других фильмов. Угу. То есть у них нейронка еще и сама себя обучает, кроме непосредственно анализа каких-то факторов. То есть если он поставил, допустим, там что-нибудь, там, Железному человеку, да, этому, что же будет он, как ему Дэдпул показать, не показать? Да, и это третья технология вместе с NLP и CV, это SVD. И как она расшифровывается, почему-то нам не сказано. Практически SVG. Я согласен, у меня тоже такие ассоциации. Не понимаю, почему нету расшифровки. Это как-то хреново. Я пытаюсь на другой статье от Яндекса это найти. Там какой-нибудь Super Value Detector. Singular Value Decomposition. Хорошо. Сингулярное разложение матрицы. Ни хрена себе. Ну, в общем, матрицу по каким-то формулам разлагают на отдельные значения, и исходя из них предсказывают соседние. Ну, то, что я сказал своими словами, что можно предсказать, сколько Вася поставит Дэдпулу. Охренеть можно. Вот, поэтому из Яндекс поискового индекса с помощью этих трех технологий инфа попадает в Matrix.net, а она уже показывает все в Дзене. Офигеть. Потом, и почему это все попадает в Matrix.net, а не сразу в Дзен? Потому что Matrix.net самообучается. И, возможно, настанет тот момент, когда ей уже даже не надо будет в Яндекс... Мне кукуца будет. Да. И ей даже не надо будет уже в Яндекс Search Index идти. Она уже сразу только с Дзеном с нами будет общаться, и все. Жесть. Согласен. Так. Ну, а это такие темы нам предлагают. Идем дальше. Что или кого любите слушать во время работы и что порекомендуете? Вот тут я, Никита, хотел нас с тобой прям расшевелить во время эфира, и причем начать с тебя. С меня? Я, к сожалению, ни хрена не слушаю. Я как на работе ничего не слушаю, так и дома, когда что-нибудь делаю, потому что меня отвлекает жестко вообще. Я не знаю, что с тобой. Это не то, что у вас Карабас-Барабас с плеткой семихвостка нет, стоит? Нет, я даже дома. Надо мной даже дома, к сожалению, никто не стоит. Я слушаю только если я ничего не делаю. Вот если мне надо поставить, допустим, в паблик приколы, я могу включить музыку. Вот реально. А если я что-нибудь считаю или что-нибудь это, я не могу. Ну. Возможно, потому что я объясню почему. Даже не потому, что я тупой, но и это тоже 90%, что я тупой. Еще около 5% то, что я музыку сильно воспринимаю. То есть я начинаю ее через себя прогонять, прорабатывать. И у меня все процессоры, ну, то есть тупой 90%. Я начинаю слишком ее воспринимать, хочется подпевать ей, я не знаю. Возможно, потому что я в музыкалку. Я не знаю почему, но я, для меня музыка это нечто большее, короче. Ну, короче, да, да. Я тоже, но это просто от типа музыки зависит. Да, то есть я знаю, как ты. Просто я знаю, что ты можешь включить для себя и отключиться, и мозг думает как раз про работу. Вот я знаю. Но я вот так не могу отключиться почему-то. Я просто помню еще, когда в институте учился, я слушал музыку в одно ухо, во вторую писал лекцию. И мне на самом деле музыка в одном ухе, она сильно помогала отвлечься от дебильных факторов, типа там, кто в чем оделся сегодня, кто да, как пердит, кто спит. От аудитории. Да, и у меня, а второе ухо полностью направлено на преподавателя и так далее. Правда, один преподаватель мне сказал,
что у меня с сердцем проблема, раз я ритм все время слушаю. Как будто у меня не бьется без этого сердца. Ты же понимаешь, что Николай хотел услышать, что мы сейчас скажем: ну я слушаю Пурген, Цоя и Децла. Ну, это да. Но, короче говоря, я когда работаю, я слушаю на самом деле всякие исторические ролики или там про политику на втором мониторе. У меня всегда что-нибудь такое включено. Иногда летсплей. А что касается именно музыки, я как Никита, я музыку слушаю вдумчиво, поальбомно. То есть я не то что, ага, послушаю третий трек из такого-то. Я вот так не делаю. Я музыку в основном слушаю, когда я иду по улице. А я много хожу, и иногда даже специально хожу, чтобы послушать музыку, а не еду на транспорте. Потому что я прям на ней полностью концентрируюсь. Я иногда могу в столб врезаться. Такое тоже бывало. Там, в людей. И потому что я прям сильно погружен. И да. Но иногда, когда я сильно работаю, как ты, я все вообще выключаю, потому что реально мне нужна полная концентрация, у меня на все процессоры крутятся. Возможно, в эти моменты я тоже тупой, я не знаю. Как ты думаешь, какой это Николай про музыку нас спрашивает? Николай Расторгуев? Валуев, возможно. Я не знаю, да, Николай Расторгуев, это смешно. Так, идем дальше. Разбой, Роман Розбой. Разробник из Украины, к сожалению. Ой. Практически разбойник, только разробник. Пожалуйста. Он нам две темы с сайдпоинта предлагает, причем красиво со стрелочками. Он HTML-коды стрелочек здесь прикладывает. Красавец. Крутой. Но статьи говно. В том смысле, что одна из них почему-то как ссылка даже не подсветилась. Ты назвал это блекловатым. Но они неинтересные, просто реально. На сайдпоинте есть более интересные статьи, поэтому вот как... Но спасибо все равно. То есть нет, спасибо всем в любом случае. Особенно даже за стрелочку. Даже розробникам из Украины. Конечно, особенно за стрелочку. Веб Сайберия. Только не Сайберия, а Сайберия говорит: привет всем, я вас больше слушаю, чем смотрю. Все круто, но я бы хотел отдельно. Представляешь, если бы он больше смотрел, чем слушал, выключил бы звук и просто как бы там скроллим. Я бы хотел отдельно еще рассмотреть тематику про тыр-тыр нет магазины. Тыр-тыр нет магазины. И маркетинг. Просто интернет-магазины. Окей, блин, ну у нас чуваки, конечно. Про пользователей. Много людей сейчас этим интересуются, начиная от разработчиков, заканчивая заказчиками. Ты говоришь: привет, спасибо за комментарий. Конкретно новости можем обсудить, иначе слишком пространно. Ну а чё, про тыр-тыр-нет-магазин, ну охренеть теперь. Не, я согласен. Господин веб-сайберия, плизик, можно ссылочку или хотя бы, знаешь, напишите, о чем говорить. Вот, знаешь, типа, вот следующий чувак говорит, о чем говорить, на самом деле. Да, ну или хотя бы UX, вот мы рассматривали крутую статью, UX страницы оплаты в магазине. Так. Вот хотя бы более узко, скажем, обсудите UX виджета. Другие пользователи также купили. Да, мы вот, например, про Upwork нас спрашивали конкретно, про Upwork побазарьте, мы пробазарили. Да, да, то есть мы, в принципе, идем на контакт с вами. Идем. Дальше с нами идет на контакт некий сплин-код, как бы это ни звучало, и он пишет такой комментарий, ну, что вот кто видит, тот видит, а кто не видит, я просто зачитаю, я даже не знаю, что зачитать здесь. Все читай. Хорошо. Оно достойно. У нас, тем более, есть время еще. Классный 87-й подкаст, это прошлое. Потому что меня бомбануло в одном моменте. Когда рассказывали про конкурс в 20 человек на одну вакансию, о котором молчат зазыватели на IT-курсы. Ситуация ведь очень похожая у нас в России, но как с ней ребята борются и как боролись вы? Я вот учусь в Москве, сам из Архангельска родом, вроде бы не дебил, 90%. У нас оттуда и Ломоносов притащился. Короче, отличник даже, хожу на всякие там конференции. Но как бы... Кстати, да, он отличник, потому что он запятые ставит в тексте. У нас некоторые... Он даже кавычки-елочки ставит. Даже кавычки. Но как бы, чтобы куда-то устроиться, понятное дело, нужен хороший скилл. Шкейл. Работа, она как бы есть на бирже. Например, выложил на HeadHunter резюме. И удачи, прощай, спокойствие. Тебя задолбают звонками HR-менеджер. Ну, это как на Авито, если что-нибудь выложил, тебя задолбают. Ну, да, да. Причем будут звонить и торговаться до нуля. Ну, как HR-менеджер. Ну, да. Ну, окей, вроде бы соглашаешься, к кому-то приходишь. Ты вроде как новичок, понятное дело, запросы небольшие. А тебе везде предлагают работу за еду. В скобочках. То есть, будет хватать на проезды, квартплату, может, еще чуть-чуть на еду. Не камильфо вроде как. Камильфо — это конфеты такие. Не камильфо вроде. Это реклама. Да. Ты такой носом воротишь, думаешь, нахрена все это? Найду лучше. А нет, не находишь. Подавал заявку в лабораторию Касперского на должность стажера C++. Это он, видимо, от себя уже пишет. В Яндекс на должность JS-стажера. Не прошел. Начинаешь спускаться с небес и идешь работать за еду. Так вот, хотелось бы побольше мотивационных тем. Или хотя бы одна тема по поводу карьеры для новичков. О том, какие скиллы лучше прокачивать. Чё, так, будем? Это уже посыл к нам. Да, давай как бы скажем про вот этот абзацик.
Или что? Или да где? Да нет, нет, говорить надо стопудово. Вдруг он потом сказал, а вы вообще не читайте первый абзац, это дурак был, а вот я нормальный вопрос пишу. Здесь конкретно для нас посыл. Хотелось бы побольше мотивационных тем или хотя бы одна тема по поводу карьеры для новичков. Слушай, знаешь, у нас было где-то это в дизайне или где, у нас несколько выпусков подряд мы бомбили эти нам мотивационные темы. Просто неделю назад была тема, кстати, опять же, неделю назад. Воспринимайте себя всерьез. Угу. Вот она как раз к мотивационным относится, но можно подумать. Давай дальше. Будем продолжать, да. Просто смотришь, какие вопросы бывают задают на том же тосты. Обязательно необходим JavaScript для того, чтобы работать с AngularJS. И просто падаешь со стула. Вроде как ты вроде совсем не тот чувак, который даже ни бе, ни ме, ни кукареку. То есть умный он имеет в виду. Просто порой жалко, как наживаются на людях эти стартап-курсы по IT. Тот же LoftBlock. Как же так-то? Они ж крутые. Небось учат там людей ангуляру, а потом такой человек будет спорить, что ангуляр круче JavaScript. Охренеть. Еще об этом, кстати, и было же даже тема, не знаю, что зазыватели на эти курсы-то молчат об этом. Да. Еще момент в практике был, когда работал с ассистентом в университете, курс повышения квалификации. Приходит к вам такой дяденька лет 40, якобы деньги есть, накопил на курсы и говорит, я был таксистом, хочу программы писать, учите. Хочу программы для компьютеров, айфонов, смартфонов писать и сайты создавать. Но при этом даже не понимал, что Windows NT — это операционная система. И всегда верил, что рабочий стол — это и есть Windows. Просто... А что, не так, что ли? Просто 80% быдлокодеров реально не шарят. Зачем мешаются в IT-сфере? Портят впечатление о нашей сфере, о программистах в целом. Ну, слушай, у нас опять же была тема про красавчиков в IT, и это можно расширить до людей. О, вот здесь я поставлю маркер и найду эту тему. Да, до людей таксистов. Он-то еще и не в теме был. К сожалению, вот в принципе IT-сфера сильно популяризирована. Да, это сейчас прям бренд. Даже с того момента, как в Америке Обама призвал всех учить программировать, там это прямо на государственном уровне насаждается. Угу. И неизменно, неизбежно, чем больше людей входит в какую-то сферу, тем больше в ней говна становится просто статистически. JavaScript тоже нормальным языком был. Угу. А потом все начали на нем программировать, и теперь спорят, что Angular круче, чем JavaScript. Ну, я, знаешь, что надеюсь, что наши разделы, там, где у нас вот идет в разработке, они, возможно, хоть кому-то помогают, и они все-таки делают кого-то умнее. Хотя бы, знаешь, люди такие послушают нас, что там, и сами прочитают, пойдут нормально. Хотя бы сплинкоуда. Сплинкоуда. Это автор этого комментария. Небольшой отзыв от себя он пишет. В общем, ребята, молодцы с подкастами, хотя бы свежий контент вещаете, в отличие от копипастов на Хабр-Хабр. Что классно, только для русскоговорящих. Еще бы было здорово находить на проверку профпригодности. Находить на проверку профпригодности по UX. Вот сервисы по обучению написания кода есть. Code Academy и etc. видимо. А вот насчет дизайнов не слышал, расскажите? Ну это все к слову. Ну, как сказать, это просто любой дизайн, это же очень сильно субъективно. Угу. То есть это нельзя никак... Формализовать, вот вспомнил слово. Нельзя никак формализовать, то есть можно какие-то базовые вещи проверять, типа там валидации и так далее, но это все равно к коду сводится. Ну да. А именно дизайн решения, они под каждого клиента, под каждого... Ты имеешь в виду, дизайн-то это больше искусство, чем код? Код это, конечно, тоже искусство, много кто любит говорить. Ну, я не имею в виду искусство в смысле художественное, я имею в виду это... Это опять же скилл, который... Это как дом на заказ построить, это нельзя формализовать. Кому-то нужен дом с печным отоплением, кому-то там с баллонным, я не знаю. Но между прочим, он, кстати говоря, про это и спрашивает. Мы про UX-то много базарим. У нас про UX всегда, каждую неделю да, крутые поэтому, темы, поэтому... Поэтому да. Последний абзацик, который он в этом... очень неплохом таком посте пишет. По поводу улучшений. Сделали бы лучший комментарий с авторизацией от социальных сетей. Но у нас там просто помыло сейчас. Да хотя бы от Google Plus. Чуваку Google Plus нужен. Мне бы уже было легче, аватарка подключилась, имя писать не нужно. Кстати, вам регистрацию на сайте нужно сделать, или я не заметил? Будет, да, это все будет. Будет и регистрация, и профили, и вообще, ну, давай, дочитай. Если хотите сделать голосовалку пользователей, за лучший коммент с предложением темы, подкасту. Просто уже жрать начинать. Маршмеллоу, мы здесь зефирки едим. И смузи пьем. Тут на сайте в правом сайдбаре можно выводить. Последние популярные комменты, например, пользуйтесь рейтингами. То есть он нам, в принципе, уже предлагает некую социальную сеть из его design.ru замутить. Я, на самом деле, да. И мы стремимся к этому. Мы все собирались сделать, просто, ну,
Есть, короче, кнопочка такая желтая сверху, называется задонать. «Поддержать проект». Да, вот она поможет решить все эти подобные проблемы, потому что реально. Потому что мы тут со вспотевшими жопами по два часа говорим, а потом да, еще... мы хотя бы кондиционер в студию поставим, то есть на кухню ко мне. Да. И уже можно будет такие проблемы тоже решать. Спасибо большое, короче, за комментарий. Охрененно. Вот если каждый человек будет писать вот такие комментарии... Возможно, мы уже тут будем... Мы будем по выходным выходить ювеб-дизайн «Утренняя почта». Да. И просто отвечать, и клипы ставить, как Николаев на «Россия-1» да. В 6 утра, или во сколько там эта хрень выходит. Тоха прокомментировал хэштег «Беседы на диване, вернитесь». И ты говоришь, вернуться еще обещаем. То есть люди просят вот эту рубрику. Ну, блин, это было правда круто, но, опять же, это просто собраться надо. Это я это всегда записывал, да и не только я, и мои напарники по тому... По цеху. По цеху, да, по стримам, по тем. Мы это записывали в субботу вечером, а теперь-то как-то это все... Да отмазки это все, ребята. Пните меня под зад хорошенько донатами своими, и все будет нормально. Кстати, да. Material Design нам Си Вадим Ти пишет. Ну, опять же, нам предлагают тему про материал дизайн. Если что-то будет новое, инновационное про материал... Вы обязательно об этом услышите от нас, а смотреть просто еще одни посты от какой-то Red Mad Robot с этой компании на хабре, да ну нахрен. Это все уже такое. Вася Топор прокомментировал. CSS полным по Тьюрингу. И там быть полным по Тьюрингу, чтобы ты понимал, это прям термин какой-то. Я не разобрался, ну там большая интересная статья, причем не статья, а ответ на Stack Overflow. Короче говоря, Васе Топору придется ждать, блин, еще неделю. Да, к сожалению, да, но зато это будет круто. Это я будет... прям думаю, это будет бомба. Это как у нас сейчас воздержание с Васей Топором. Да. А потом мы как и зальемся этой да. темой, да? Дальше Дзинтарс прокомментировал. Я работал на Drupal. Может быть, мы зря прочитали ник, я не знаю. Хорошо. Причем, самое главное, он использует крутое тире. Он крутое тире использует. Но с маленькой буквы пишет. Я работал на Drupal. Крутой. Пока тормози не клютили сейчас Черт, я не ожидал, что будет такой комментарий, если честно. Крутой, пока тормози не клютили сейчас webassist.ru со скажете? Ну, я ответил, в принципе, то, что у нас... Ничего непонятно. Возможно, это была какая-то реклама сайта, я не знаю. Мы на халяву сейчас пацана прорекламировали. Короче, если ты Дзинстарс, ты нам должен, чувак. Да. Продолжаем. Алёша прокомментировал. Вот интересная статейка про типы данных в SAS. Там есть не совсем очевидные штуки, в скобочках списки мапы. Ну, мы, короче, еще 2 года назад про эти неочевидные штуки снимали видосы. И здесь я приложил ему ссылку на наш плейлист про SAS на YouTube. Там и про типы, и про все остальное, еще куча неочевидных вещей. Да, так что, Алёша, посмотри, спасибо за комментарий. Антон прокомментировал. Просто, как он прокомментировал? Он Ctrl-C, Ctrl-V сделал. Да, ссылочку нам оставил. И там, короче говоря, исследования показали, что 86% фрилансеров хотят таки фрилансить. Таки да. Ну и там просто какие-то общие слова, ну блин, неохота никого обидеть, но тупое говно какое-то. Ну и последняя такая, знаешь, как бы очень легкая такая ссылочка, которую нам прикладывают, про ModX. Собственно, я так понимаю, с какого-то даже блога про ModX. С ModX Today, практически Russia Today. Как Russia Today, да. И ты ему отвечаешь, темы про ModX, серьезно? Ну я для тех, кто не в теме, просто расскажу, что ModX это CMS-ка очевидная. Ну нет, она на самом деле известная в мире. Про нее хотя бы знают, но что мы ее здесь будем обсуждать? Да, мы же, это, у нас там это, ну, мы... У нас татуировки WordPress. Конечно, конечно, на всю спину. Ну все, а что? Что, наверное, можно переходить к обойке, я сейчас посмотрю, там я у нас... напомню, пока мы переходим к обойке, что у нас тема к подкасту 89 уже в сайдбаре. Да. Там же, где будут потом комментарии с вашими рейтингами. Да, и вот этой да, штукой. Заходите, yovobdesign.ru/как-то там, как ты пишешь обычно? Themes for podcast 89. Вместо 89 можете ставить будущие цифры. Ну вы разберетесь, короче, не тупые, там в сайдбаре все будет, все классно. Короче говоря, к обойке. Ну, давай к обойке. Сворачиваемся. Ну, слушай, здесь, во-первых, легко, опять же. Я думаю, что, во-первых, вот это вот такая... Ты имеешь в виду, где наш подкаст? Конечно, где наш подкаст. Это дорога, это вот этот, не дорога, даже этот мост, который даже непонятно через какие-то дебри странные ведет. И что самое главное, его, как сказать, обрамляют, можно так сказать. Вот эти вот кубы, квадраты, я не знаю, я опять же тупой, 90% мозга. Ну, вот. Квадраты, я думаю. Вот я думаю, что вот эта дорога, по которой человек идет, созерцает архитектуру
и как-то она даже... где вообще находится? Тут же лед, это же через реку ведь мост такой. То есть это озеро, точно не фотошоп, да? Это точно правда. Да кого? Ну это же Unsplash, что там фотошоп? Ну лучше? Хотя да. Ну вот такое архитектурное решение замысловатое, когда ты должен осознавать, наверное, что-то, конечно, что. Так а где наш подкаст? Я думаю, что вот это этот мост. А, или что, вот тебе, вот видишь, вон та травинка, это наш подкаст? Нет, наш подкаст, я думаю, где-то там в лесу. И путь к нему устлан вот так вот. Как красная коровая дорожка практически. Корова. Корова, да. Ты идешь и зажигается. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Да. Знаешь, как в кино так эффектно. Ты имеешь в виду, они реагируют на что? На шаги? Реагируют. Просто на, я не знаю, там фотоэлемент. На присутствие. На подписчиков. Да, на наших подписчиков так они реагируют. Ну вот да, кстати, чтобы стать нашим подписчиком, можете подписываться на социальных сетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. Обязательно ставьте нам пальцы вверх на видео, это влияет на ранжирование. Пишите нам комментарии на Ютубе, они влияют на потенцию нас. Я предлагаю подкаст назвать «Жопа вспотела». Да, этот выпуск просто и жопу на thumbnail. Очень нормально будет вообще. И пишите нам отзывы на iTunes, ставьте там звездочки. Все было очень круто. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, увидимся через неделю. Пока. Пока.